сейчас утру. Пойдем на сцене, записями ознакомился. Хотели будут показать суду тоже. Все, правильно. Давайте мы дадим возможность там министра, чтобы сначала должна объединить все свои возражения. А вот то, что вы выбрали видео, может быть, когда ваши будут подзащитные рассказы, может быть, это время сразу будет открывать, чтобы понятно было, они должны пояснить хронологию, или вы считаете, что нужно все равно отдельно? Хорошо, ладно. В принципе, не возражаем в этой части. Мы сейчас приступаем, я так понял, к исследованию материала. Да. Отношение процессуальных документов. Вот. Сейчас я выполню. Все материалы сделаны. Так, это у нас идет статья 376. Отношение протокола следственных действий документов. Подтверждает отношение полностью или частично протокола следственных действий. Факты, установленные для осмотра, выявки области наложения арестного имущества, задержания, предъявления, оправдания, следственных стерилинки, прослушивания телефонных переговоров, также документы, приобщенных к делу или официальных следовательных заседаний. В случаях 377 говорит, что в таких случаях документы отражаются со мной, которые либо с судом. Вчера майский прокурор гласит, Женсуд сторон защиты просит обращать внимание суда о том, чтобы прокурор не ограничился оглашением, а непосредственно исследование каждого документа в части регистрации ЕРДР, регистрации рапорта об обнаружении сведений о совершении преступления. То есть там куча моментов, на которые сторон защиты хочет обратить внимание суда. В связи с этим не надо просто как бы в описи имущества перечислять документы. Надо как бы каждый документ открыть, исследовать его. По какой статье было зарегистрировано ЕРДР, кем было зарегистрировано ЕРДР, в отношении кого, то есть кто признан подозреваемым, потому что уже суд, обращаю внимание сюда, что в отношении Нурпеисова нет материала уголовного дела, отсутствует какое-либо постановление о признании его в качестве подозреваемого. То есть нет постановления о признании лица подозреваемого. Он был задержан в ЕРДР, там 2.02 на конце. Дело велось не МСОК ГП, а это следственно-оперативная группа линейного отделения. В рамках одного ЕРДР его процессуально задержали, хорошо, там не требуется вынесения постановления. А в других делах, когда он, какое отношение имеет к другим делам, если он даже подозреваемый не признан? В этой части куча ЕРДР выделяется, объединяется, непонятно. 5 томов, вот 7 томов, только ЕРДР и это, грубо говоря. Понятно, поэтому, да, как бы, правильно. Если я хотел бы вам пояснить, как планируется материалы. Это не значит, что прокурор скажет, что все силы четвертые постановления, еще потом он должен озвучить это и практически содержание, если он считает нужным. А вот допустим, он говорит, что протокол огласил, а вы в это время сидите, слушаете, что вы говорите, нет, подожди, вот в этом протоколе давай на страницу второй, и этот момент огласил. Это будет такое исследование, не просто формально, не хочу переживать. Для этого же мы исследуем материалы. Судья, на микрофон, пожалуйста, есть клиника. Давай, Шрифт. Ущелье осталось? Понятно, да, участники процесса? Какой будет порядок? И
стороной обвинения, это не просто формально, имейте в виду, что исследовать мы должны документы, да? Пожалуйста. Вам же, удобно? Ну, например, Хатама, ты скажешь, Хатама. Ну, сейчас решим. Там вы не переживайте, ЕРДР там идет как бы на казахском, а текст на русском. Что же, каламбур еще тут. А, еще нет. Начинается пожалуйста. Том уговором дела номер один. Первый том состоит страниц из 169-9. Какой лист? Второй лист. Постановление о принятии уголовного дела к своему производству. Вынесено заместителем начальника службы специального прокурора Генеральной прокуратуры Утиеву. Постановление от 11 августа 2022 года. Постановил принять к своему производству данное уголовное дело за номером 2200-88-011-00204. Лист номер 6. Постановление об изменении языка уголовного судопроизводства. Постановление вынесено от 11 августа 2022 года. Вынесено руководителем межведомственной следственно-оперативной группы заместителем начальника службы специальных прокуроров Путина. Постановил изменить язык уголовного судопроизводства по материалу досудебного расследования номер 22-088-011-204 с казахского языка на русский язык. Можно, уважаемый суд, остановиться вот на вот этих документах, которые были озвучены прокурором? Ну, уважаемый суд, вот. Расскажите, да? Да. Лист дела 2. Вот это постановление о принятии уголовного дела к своему производству. ЕРДР идет вот 22-00-88-011-00-204. А, теперь, согласно вот этому постановлению, установочной части, данный факт ЕРДР, данный факт зарегистрирован в ЕРДР, да, идет ЕРДР 204 на конце. По статье 272 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это вот страница 2 тома 1. То есть уголовное дело, исходя из установочной части, возбуждено, вот ЕРДР 204 на конце, по статье 272 часть 2. Это участие массовых беспорядков. Теперь то, что было оглашено прокурором, страница 4, страница 6, об изменении языка судопроизводства, уважаемый суд. Здесь, где надо, сейчас, секунду. Ой, какую страницу? Так. 10-е. 6-е принятие, 8-е. Нет, сейчас. Только что видел. Одну секунду, уважаемый суд. 6-я страница.
Уважаемый суд, вот прокурором не были оглашены, материал дела имеется. Постановление о ведении уголовного судопроизводства на бумажном носителе. Том 1, лист дел 4. В установочной части ЕРДР тот же, данный факт зарегистрирован в ЕРДР 22-00-88-011-00-204. Уже идет по статье 191, части 1, 200, часть 1, 269, часть 3 и 272, части 1, 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Уже по какой статье зарегистрирован данный ЕРДР? Согласно правилам регистрации уголовных дел в системе ЕРДР, на каждое уголовное правонарушение, преступное деяние, назвать как хотите, присваивается уникальный номер 1. А вот установочная часть, повторюсь, том 1, лист дел 4, постановление о ведении уголовного судопроизводства можно носить. Указано, сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5. 5 фактов зарегистрировано за одним ЕРДР уроженцем. Теперь, судья, это вот здесь как раз момент, да? Вот на казахском языке, том листе 9, тома 1, да, на казахском языке указано, что аталган фактор СДТБ 04 аяшабы. У нас 191 бап, 201 бап, 269 бап, 277 баппен тіркелген деп жазады қазақшасында. Енді орысшаға аударғанда постановление принято уголовное кодексом производства орысшаға аударады ғой. Орысшаға аударғанда тек қана жаңағы адвокат айтқандай 277 неге. То есть қазақшасы мен орысшасы бөлек. Қайсысына сенеміз? Қайсысына сенеміз? Да, и в отношении только Нурписова и Шилибаева. Да, да, Шилибаева. Остальных нет. После Казахстана, Лошасна, Сундайра Машина. Далее продолжаем. Лист номер 9. Рапорт об обнаружении об уголовном правонарушении. Рапорт принесен от 11 августа 2022 года. А потом сообщено следующее. 11 августа 2022 года, 10:53 минут, сообщаю, что в составе межведомственной специальной оперативной группы выставили отказ расследовать уголовное дело с номером 21-0-68-0-11-5-0-3 по статье 255 части 4 Уголовного кодекса. Установлено, что на Пересове Шилибаеву на территории международного аэропорта Алматы был совершен ряд преступлений, в том числе захват зданий и учреждения, массовые беспорядки, угон автотранспорта и другие. В ходе следствия изъяты и осмотрены были записи аэропорта, допрошенные причастные лица, проведены судебно-экспертные исследования и другие. Отсутствующие противоправные деяния подозреваемых на Пересове Шилибаева, а именно совершение на территории аэропорта ряда преступлений. Таким образом, в действиях на Пересове Шилибаева усматриваются признаки состава уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191 части 1, статьи 200 части 1, статьи 269 части 3, статьи 272 части 1 и 2 Уголовного кодекса. В этой связи прошу вашего разрешения на регистрацию данного факта в книге учета и сообщения службы специальных прокуроров для регистрации в ответ и принятия решения. Рапорт направлен на имя начальника службы специальных прокуроров Ужарова. 11 августа 2022 года в 10:53 минут зарегистрировано уголовное дело за номером 22-00-88-011-204. Не, можно? Вот, уважаемый суд, вы все, да, прокурор, закончили? Да, да. Оглашение. Уважаемый суд, вот обращаю внимание суда, вот, идет, согласно материалам дела, так, кем рассмотрено, фамилия отсутствует. Это вот в системе ЕРДР рапорт об обнаружении. Рапорт изготовлен, если, так, это вот оригинал, страница 9, да, тома 1. Шапка, кому обращается? На русском языке. Начальнику службы специальных прокуроров, генеральный прокурор Республики Казахстан Ажаров. Это на русском языке. Далее идет Баяндама на казахском языке. Калмыстык кукулык бузушулук туралы. Мемлекеттік
мемлекеттердің табылғаны жөнінде Нұрсұлтан қаласы 2022 жыл 11 тамыз. На казахском языке, на государственном. И дальше идет текст на казахском. На казахском языке. Потом это первый абзац, вводная часть. Потом идет, что 11-го, а так, где она есть? 11.08 жылы сағат, 10 сағат, 53 минутта. И дальше идет, сообщаю, что в составе межведомственной следственной оперативной группы уже на русском. Уже согласно нормам уголовного законодательства, в частности статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса, уголовные дела возбуждаются на государственном языке. То есть на казахском. Рапорт идет на казахском. Почему описательная часть указана на русском языке? Это никто еще свое производство не принимал. Постановление о принятии не выносилось. Даже нету рапорта о регистрации в системе ЕРДР. Это вот только-только сведения, рапорт об обнаружении сведений о совершении преступления. И уже идет нарушение языка судопроизводства уже. Есть нормативное постановление Верховного суда, и четко сказано, нарушение языка судопроизводства идет к отмене судебного акта. Под судебным актом это подразумевается не только действие суда, но и действие органа уголовного преследования. То есть документ изготовлен. Далее он сообщает, что находится уголовное дело ЕРДР 255, ЕРДР 203 по статье 255, часть 4. Это первое. Потом говорит, таким образом в действиях усматривается, перечисляется 191, часть 1, 200, часть 1, 269, часть 3, 272, часть 1, 2 Уголовного кодекса. И если уже зарегистрировано уголовное дело в отношении Нурпиисова, Щелебаева по части 272, части 1, части 2, зачем он просит зарегистрировать сведения об обнаружении преступлений по части 272, части 2, по статье. Он и так ведет в производстве, согласно вот этому описательной части, у него в производстве находится в том числе 272, часть 1, запятая 2 уголовного кодекса. При этом он просит зарегистрировать еще одно преступление на территории аэропорта, я так понимаю, по статье 272, часть 2, но и так у него в производстве. Где логика, о чем речь? Может, я что-то неправильно понимаю, ну, прокурор вот в этой части, я думаю, как бы должен, тем более, как надзорный орган хотя бы знать, что происходило в ходе досудебного расследования. Если уже зарегистрирован ЕРДР 203, зачем регистрировать 204? В чем смысл, где логика? Лично номер 9, который я озвучил, это с информационной системой ЕРДР, Единый реестр досудебного расследования. Правильно. От этого была взята. Далее, лист номер 14. Нет, уважаемый прокурор, подождите, мы... ...об обнаружении сведения об уголовном правонарушении, вынесенный сотрудником МИСОК, начальником управления... Уважаемый суд, разрешите? Мы не закончили обсуждение, я полагаю, уважаемый суд, предыдущего документа, то есть лист 9. Вот, уважаемый прокурор, вот вы поясните, пожалуйста, дайте вот пояснение суду. Вот мы как бы заявляем свои доводы, мы просим, обращаем внимание суда, что имеется грубейшие нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, в частности, языка. Более того, правил нарушения регистрации ЕРДР уголовным делом, в ЕРДР-системе. Вот согласно требованиям законодательства, статья 23, по-моему, доводы заявленных сторон защиты оспариваются стороной обвинения. Сторона обвинения вот в вашем лице. Вот, что вы можете сказать? Какие доводы? Какие у вас есть аргументы в опровержении доводов подсудимых? Давайте обсудим вот этот момент. Мы говорим, что уже есть ЕРД. Для этого есть отдельная стадия, судебное мнение есть. Все эти моменты вы себе запишите и скажете, если свидетели вас... Нет, мы сейчас обсуждаем момент. Уважаемый прокурор, вы хотите сказать, что вы наши доводы будете оспаривать на прениях, что ли? Мы завтра будем заявлять ходатайство о признании, допустим, будете молча сидеть, что ли? Нет, секунду, согласно требованиям УПК, после того, как мы заявим ходатайство о признании недопустимым, суд должен выслушать мнение других участников, в том числе и ваших. И вы там должны оспорить наши доводы. После этого суд, если исследование все доказательства, уходит в совещательную комнату для принятия решения. Мы как будем работать? Мы сейчас говорим, что он не имел права, оно уже зарегистрировано. Более того, нарушение языка судопроизводства в данной ситуации. Вы говорите, что оно зарегистрировано в базе ЕРДР. Правильно. На двух языках одновременно зарегистрирован рапорт.
При этом надзорный орган в лице той же самой Генеральной прокуратуры, группа процессуальных прокуроров смотрит за этим делом, наблюдает, надзирает. И при этом они бездействуют. Пожалуйста, скажите, вот, мы ждем ответа вот от вас. Почему зарегистрировано по 272 части 2, если уже идет в производстве, имеется данный факт? Я 201 на стадии должен читать обзор. Давайте еще раз читаем содержание посты. Уголовного процессуального кодекса. Заглавие. Оглашение протоколов следственных действий документов. Подлежат оглашению полностью или частично протоколы следственных действий, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при осмотре, освидетельствовании, выемке, обыске, наложении ареста на имущество, задержание, предъявление для опознания, следственном эксперименте, прослушивание телефонных переговоров, а также документы, приобщенные к делу или представленные судебным заседания, если в них изложены обстоятельства, имеющие значение для дела. Представленные в судебном заседании документы могут приобщены к делу. Уважаемый, обращаю внимание суда на статью 124 Уголовно-процессуального кодекса. Исследование доказательств. Согласно которой собранные по делу доказательства подлежат всестороннему объективному исследованию. То есть всестороннее и объективное исследование, уважаемый. Далее, исследование включает анализ полученного доказательства, его сопоставление с другими доказательствами, собранными для их проверки, доподлинных доказательств, проверку источника получения доказательств. Более того, уважаемые, в статье 111, вот начиная со статьи 111, это идет глава, да, глава 15, доказательства. Здесь законодательный орган указывает, что отнесено в качестве доказательств, в том числе и процессуальный документ, это статья 119. По имени является рапорт о регистрации ЕРДР, это процессуальный документ. Статья 119, протокола процессуальных действий. Вот доказательства по данному факту. Кроме того, документы есть, понятие такое, 120-е. 118-е это вещественные доказательства. Вещественные доказательства, исходя из 119 статьи, части 2, в качестве доказательств могут быть использованы фактические данные, содержащиеся в протоколах, сведениях при принятии устного заявления об уголовном правонарушении. Вот, пожалуйста. Те же самые процессуальные действия. Это есть порядок исследования уже, я полагаю. Процессуальный документ, то есть как бы уже 198 статья Уголовно-процессуального кодекса гласит о том, что при принятии лицом ведущим уголовное досудебное расследование при принятии какого-либо решения он обязан выносить постановление. Вы вот это слово 376, слово оглашение, как понимаете? Ну, уважаемый суд, есть нормативное постановление об оценке доказательств, где сказано, что суд не может ограничиться оглашением. Он обязан исследовать. И опять же, 124 статья, это уголовно-процессуальный кодекс, я считаю, что это прямое указание к действию. То есть мы должны проанализировать собранные доказательства, исследовать, а не просто огласить. Более того, уважаемый суд, данные документы оспариваются. Есть документы, которые не оспариваются. Я считаю, что нет необходимости останавливаться на протоколах допроса всех свидетелей по данному уголовному делу. Более того, даже нет оснований
останавливаться на тех показаниях свидетелей, которые были допрошены в ходе судебного следствия, потому что они в зале суда дали правдивые показания. Зачем анализировать показания, которые были собраны? Я думаю, в суде свидетели сами указали, каким образом они собирались. Дали подписать кое-какие свидетели, да бог с ним, от меня отстаньте, я вам все что угодно подпишу. Другие свидетели говорят, мне следствие сказало. Бывают случаи, когда вместе они допрашивают несколько лиц одновременно. Либо там по времени одно лицо допрашивает двоих одновременно. Поэтому как бы там дальше мы будем, так сказать, не дальше мы будем, а я считаю, что нет необходимости анализировать показания, добытые в ходе досудебного расследования. Ограничиться теми показаниями, которые были исследованы в суде, давались показания свидетелям. Но вот эти моменты мы оспариваем уже. Просим пояснения, может, действительно я что-то не понимаю, сторон защиты что-то не понимает, может, какие-то упустили моменты в законодательстве. Пусть прокурор даст объяснение, он же представляет интересы обвинения. Ну, я вас не слушал. Уважаемые участники процесса, суд должен толковать уголовно-процессуальный закон буквально. Буквально, это значит, что написано, то надо и делать. Если написано оглашение, протокол, следственных действий. Если было написано оглашение, запятая, и обсуждение протокола, тогда бы мы бы сначала огласили, а потом обсуждали, вот сейчас как сейчас предлагается. Но слово оглашение для меня имеет одно значение, а слово гласить. Вот на Каласском есть у кого это пуча? Прочитайте оглашение, как? Варьялов. Есть под рукой? На казахском нет. 376 открыт? На казахском нет. Вот слово... Жаяло будет оглашение, буквально ничего жаяло. Огласить, да, правильно. Слово огласить. А, так, прояснить слух. Для чего это делается? Сейчас, насколько председатель понимает вот это положение, огласить. Для того, чтобы какое-то доказательство вы могли оспорить, сторона защиты, или сторона обвинения могла положить в основу своей позиции, мы должны его услышать и увидеть. Вот он сейчас должен нам сказать, в деле имеются протоколы таких-таких-то процессуальных действий. Их надо огласить, слово огласить, услышать, вы, чтобы все услышали. А потом, когда вы будете выступать, прокурор скажет, что... Я не знаю, что он скажет, но по, как обычно делается, если он будет меняться по первоначальной, может он поменять, я не знаю. Но мы берем за основу, что он работает по обвинительному акту. Он скажет, виновность таких-то доказана протоколом изъятия. Выступит свою позицию, а защита пленяр будет говорить. Вот пленяр протокол, прокурор считает, что виновность доказан протоколом, ничего подобного. И в этот момент защита говорит, то протокол составлен с нарушением требований каких-то других статей, неуполномоченным лицом. На пленях? Да, анализ будет даваться. Это для чего делается? Для того, чтобы в совещательной комнате уже суд мог сравнить, вот этот протокол для него имеет значение, или же прислушаться к мнению защиты и сказать, меня в пленях защита сказала, что протокол составлен с грубым нарушением, что влечет его недействительность, когда при приговоре суд должен указать. Протокол изъятия такого-то предмета суд считает недопустимым доказательством, как получено с нарушением норм процессуального кодекса. В этом смысл же судебного следствия. А сейчас я вот не могу понять. Сейчас, допустим, прокурор огласил, затем защита его оспаривает, потом что дальше? Потом, когда будет мнение, вам придется то же самое же повторять. Нет, уважаемый суд, смотрите, я вот как в моем понимании, да, вот как должно происходить? Вот прокурор оглашает процессуальный документ, следственный документ. Ну, мы же должны указать суду на нарушение. Мы же должны обсудить, насколько он законно обоснован. Соответственно, после того, как это все обсудится, сторона защиты имеет право заявить ходатайство о признании недопустимым. Есть нормативное постановление Верховного суда о некоторых вопросах оценки доказательств. Сейчас его найду. Вот.
Пункт 5 нормативного постановления Верховного суда об оценке. Так, нормативное постановление Верховного суда от 20 апреля 2006 года за номером 4 о некоторых вопросах оценки доказательств по уголовному делу. Вот пункт 5 данного нормативного постановления гласит, если ходатайство заявлено в ходе судебного следствия и нет необходимости дополнительной проверки оспариваемого документа, то суд в совещательной комнате вправе вынести по данному постановлению. А по данному вопросу постановление. Это не означает, что суд единожды удаляется в совещательную комнату для вынесения окончательного судебного акта. И при этом как бы отразить в этом судебном акте доводы заявленной стороной защиты, доводы заявленной стороной обвинения и так далее. То есть как бы процесс судебного разбирательства, по моему мнению, предусматривает полноценное как бы исследование доказательств в том числе. Более того, уважаемый суд, опять же, возвращаясь к нормативному постановлению Верховного суда, если только сам 20 апреля 2006 года номер 4 о некоторых вопросах оценки доказательств, пункт 17, пункт 17, абзац 3. При исследовании и оценке вещественных доказательств суд не должен, суды не должны ограничиваться только их осмотром и оглашением в судебном заседании. Это указано в абзаце 3 пункта 17 нормативного постановления. Опять же, данное нормативное постановление входит в действующее законодательство, о чем указано в самом нормативном постановлении. Это, я считаю, прямое указание к действию суда. Нормативное постановление выносится Верховным судом в качестве обобщения практики применения уголовного законодательства. Поэтому, уважаемый суд, здесь четко сказано, что не должен ограничиваться только осмотром или оглашением судебного заседания. То есть, получается, это должно быть и исследовано. Вечная история, да? Сколько юристов? Значит, я как председатель принимаю следующее решение по вопросам следствия доказательств. Сейчас будет следующий порядок осуществлен. Прокурор огласит, дальше вслух вот так произнесет, те процессуальные документы, которые, по его мнению, необходимо знать суду и другим участникам процесса. После того, как он их огласит, я дам возможность стороне защиты каждый из этих оглашенных документов подставить под сомнение и, пожалуйста, заявляйте ходатайство. Какие процессуальные документы по вашему составлены с нарушением, являются и могут быть признаны недопустимыми? Вы в полном объеме все эти оглашенные материалы проанализируйте, ко мне в суд обращайтесь с ходатайством и прямо по пунктам будете говорить, какой из этих документов считать несоответствующим требованиям УПК. Когда от вас такое ходатайство поступит, я в совещательной комнате проанализирую, пусть там даже 50 этих будет. Из 50, допустим, суд согласится 25 не согласится, тогда судебный тренер, вы будете уже ссылаться, те доказательства 25, которые суд посчитал недопустимыми, прокурор уже не имеет права будет ссылаться на эти документы, а те, которые суд допустил 25, прокурор может ссылаться, а вы уже будете дальше оспаривать опять, почему не согласны. Вот такой порядок будет сейчас предложен. Курницот, мин, кишкенегосот, кишнегум бойнча. Сонда жіберілген қатеге жаңағы адвокат мырза айтып жатыр, прокурор не үшін қате жібергенін түсіндіріп берсін дейді. Оны біз де түсінуіміз керек, біз де естуіміз керек. Ол сонда қазір болмай ма ондай түсініксіз? Болар. Түсіндіру жағдай? Кейін болар. Қазір прокурор қателіктерін тура айтып жатыр ғой. Не на месте ли решать вопрос? Нет, подождите, обсуждайте. Можно? Я вам объясняю еще раз, что для того, чтобы признать тот или иной процессуальный документ недопустимым доказательством, его сначала надо огласить. После того, как он будет оглашен, каждый из участников процесса скажет, вот по оглашенным материалам, допустим, из 100 документов, 25 я считаю недопустимым. Почему? И излагайте доводы. Я эти доводы в совещательной комнате проверяю на соответствие с УПК и свои выводы делаю. Допустим, из 25, как я уже говорил, часть суд согласится, часть, допустим, не согласится. Или со всеми согласится, или со всеми не согласится. Это уже зависит от того, какие доводы вы приведете. И после того, как мы по этим документам обе стороны заслушаем, потом я уже буду ставить от имени суда точку по этим доказательствам. Какие материалы признать, допустим, какие не признать. Вот такой порядок по делу будет установлен. Пожалуйста, то есть, напоминаю вам, что вопросы, связанные с исследованием доказательств,
постановлением разрешается. Как только суд их огласил, они с этой секунды вступают в законную силу. Поэтому слушайте, пожалуйста, просто записывайте, фиксируйте те процессуальные документы, которые прокурор суду предлагает послушать. А потом уже я вам дам возможность, скажу, так, уважаемая защита, вы услышали документы, ознакомились с ними, теперь, пожалуйста, с вашей стороны будет ходатайство или не будет, сами решайте. Курмет сот, мен чынгым бойынша, айып таушы тарап, адамдардың тағдырымен ойнап отыр ғой, былайша айтқанда. Мен түсінген жоқпын қазір. Бәрін айтып жатыр, айтып жатыр, ешқандай ештеңе деп түсініп отқан жоқ. Тағдырым прокурор емес, сот шешеді. Пожалуйста. Последнее сказанное перевести или полностью перевести? Ваше, если я просто не... Я понимаю, что это затягивание времени. Если есть как бы переводы документов, если подсудимые уже с ними как бы ознакомились, может мне просто доводы переводить? Просто это сейчас будет очень долго, или... Я могу все переводить полностью. Я знаю. Да, просто никто мне слова не дает. Я понимаю, что это тоже затягивание времени. Прошу вас, юридическая дискуссия, а я вас там родилась, поэтому. Для протокола переведите, что суд постановил. Сначала прокурор огласит все документы, а потом защита обратится с ходатайством о признании этих документов недопустимыми, и суд вынесет постановление. Сот орнында отырып қалу етті. Сіз бағанда бер бәрін түсіндіңіз бе, жоғарыда аударып берді. Енді бәрі жазу. Айта бердіңіз, түсіндім. В общем, сот орнында отырып қалу етті. Ең бірінші айыптау, яғни айыптау тарапы ол қылмыс сотталушыларға кінәсін дәлелдейтін құжаттамаларды бірінші мәлімдейді, яғни және жариялайды. Одан кейін жариялап кеткеннен кейін қорғау тарапы, яғни өздерінің өтініш хаттарын білдіру арқылы жаңағы даулап отырған жоққа шығарып отырған жаңағы құжаттарын көрсетеді сотқа. Сот кейін кеңесу бөлмесіне кетіп, тиісті шешімін шығарып, мысалға 100 жаңағы көлемі ретінде соттың келтірген мысалы 100 жаңағы құжаттың ішінен 25-і сәйкес жаңағы келеді, болмаса келмейді деп өзінің яғни ары қарай жаңағы жұмысты жасай берсе. И потом прения. Уже стороны имеют право ссылаться только на те доказательства, которые судом признаны допустимыми. Одан кейін сот жарыс сөздерінде, яғни қорғау тарапы тек қана сотпен, яғни өтуге жол берілетін құжаттарды ғана, құжаттар бойынша ғана, яғни өзінің сөздеріне тек ете алады. Хорошо, решение принято, работаем, пожалуйста. Можно уточняющее обращение к суду? Уже суд, получается, мы сейчас будем рассматривать те документы, которые будут оглашены прокурором, которые он считает нужным, а которые мы считаем нужным. Очень легко. Так же, как по видео. Вы... То есть, сперва он оглашает, да, потом вы... нам дается? Да, из материала дела вы говорите, давайте вернемся в том четвертый, лист такой-то, я же усилю. Давайте, работаем. Пожалуйста. Лист 14. Дата об обнаружении сведения об уголовном правонарушении, сегодня говорят, вынесено сотрудникам комитета, начальникам управления, специальных прокуроров Чабаева, направлено на имя руководителя Ленцов, заместителя службы Кутеева. Данный рапорт рассмотрение поручено Кутееву. В рапорте указано, сообщаю, что мною в составе межведомственной следственной оперативной группы расследуется уголовное дело за номером 22-00-88-011-5003 по статье 255, часть 4 Уголовного кодекса. Установлено, что Нурпиевским Шелебаевым на территории международного аэропорта Алматы были совершены ряд преступлений, в том числе захват зданий и учреждений, массовые беспорядки, угон автотранспорта и другие. Таким образом, действия Нурпиевского Шелебаева усматриваются признаки состава уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191, части 1, 200, части 1, 269, части 3, 272, части 4, 1 и 2 Уголовного кодекса. Прошу вашего разрешения на регистрацию данного факта в книге учета и сообщения службы специальных прокуроров для регистрации в городе и принятия решения. Далее, лист номер 16. Постановление об образовании следственно-оперативной группы. Постановление вынесено заместителем генерального прокурора Республики Казахстан Дембаевым. Вынесено 11 августа 2022 года. Постановлено образовать по-настоящему досудебную расследование следственно-оперативную группу в следующем составе. Заместитель начальника службы Гудиев, начальник управления Чабаев, Утибаев, Рахимжанов,
помощник генерального прокурора Германов, помощник прокурора Карамельской области Житников, прокурор управления Карамельской области Сабиров, прокурор прокуратуры Мишкарского района Алматинской области Кашмингаев, прокурор прокуратуры Мишкарского района Садык, прокурор управления уголовного преследования Северо-Казахстанской области Кенесов, старший следователь следственного управления ДПА Ахтубинской области Исназаров, следователь следственного управления ДРП Атапчистанской области Турспеков, старший следователь следственного управления ДРП Жалгызской области Каракучуков, следователь следственного управления ДРП Павлодарской области Ажигулов, оперуполномоченный по ОБУДу ДРП Алматинской области Рахмедердин, оперуполномоченный по ОБУДу ДРП Атапчистанской области Абдусалимов, начальник отдела следственного управления ДПТ МВД РК Пижанов, следователь следственного отдела ЛОП на станции угловой ДПТ МВД РК Абдидин, а также следователь следственного отдела ЛОП на станции ЧТБ Калибаев. Руководителем следственно-оперативной группы назначить заместителя начальника службы специального прокурора Генеральной прокуратуры Кукиев, общий контроль за входом до следа расследования возложить на начальника службы специального прокурора Ужарова. Юрженсов, можно? Я могу, да, говорить? Или как мне молча сидеть, ничего не говорить? Вот он огласил, чтобы... Или мы сами будем это повторно оглашать. А потом... У меня каждому документу имеется замечание. В каждом документе имеется уважаемый суд нарушение требования нормы ФК. Вы же будете ставить вопрос о признании недопустимости? Я сейчас не буду ставить данный вопрос. Я буду это в ходатайстве писать отдельно на бумажном носителе. Ну, получается двойную работу. Вы сейчас скажете, а потом еще в ходатайстве будете писать. Хорошо, тогда я хочу заявить ходатайство сейчас, в устной форме. Ну, ты закон не позволяет. Заявить, надо сначала исследовать это доказательство. Я не могу. Мы же исследовали страницу. Я не могу. Страницу. Мы еще раз вроде доходчиво объяснил, что оглашаются документы. Пусть он их огласит, а потом вы, пожалуйста, заявляете их недопустимые доказательства. Что тут непонятно? Последователь такая должна быть. А когда мы будем исследовать, обсуждать данный документ? Имеются ли нарушения? Нет. Обсуждение будет в форме вашего ходатайства, если вы считаете их недопустимыми доказательствами. Ну, может, тогда мы пойдем, пусть прокурор с вами объяснит, все, мы как бы придем, потом ходатайство вам закинем и все, уйдем. В чем проблема? Подлежат оглашения же в ходе судебного следствия, почему вы пойдете, как понять? Ну, он какие документы считает нужным, те и огласит, все, зачем действительно решить, сколько там томов дела оглашать все это? 57 томов дела. Ну, огласить 5 документов, скажет, вот вина там, квалификацию деяния, все. Ну, суд же не имеет права ему давать указания, какие оглашать, какие нет. И вам тоже не могу дать указания. Уважаемый судья. Уважаемый суд, вообще-то, как бы, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, дело оглашается не прокурором, а судом. Нет. Суд обязан огласить. Нет, там это четко. Слово либо. А учитывая, чтобы исключить обвинительный уклон, я считаю правильно, пусть прокурор свои доказательства дает. А почему должен его доказательства вам сказать? Нет, там слово либо написано. Уважаемый суд, хорошо, пусть получается прокурор посчитает нужным огласить, допустим, документы, содержащиеся в 5 томах. И все. На этом суд, по мнению суда, исследовал доказательства, и мы потом должны заявлять свои ходатайства. О признании, там, допустим, с 1 по 7 тома огласил документы, остальные говорят, а остальное не важно, по мнению прокурора, то получается наше ходатайство, вот, допустим, в 13 томе. Как мне его заявлять? Не исследовав данные, не огласив хорошо данный документ, я буду заявлять ходатайство? Да, что вы скажете, что прокурор не огласил том номер 13 или сделал такое-то, процессуальный такой. Это я в ходатайстве буду указывать. Нет, и вы сразу его огласим. Ходатайство я буду указывать, мы вернемся к рассмотрению, и тогда вот он будет оспаривать мнение сторон. Сейчас он огласит те документы, которые по его позиции необходимы, а потом вы говорите, вот помимо оглашенных прокурором, давайте огласим такие документы. И мы стадию оглашения закончим на этом, а потом я к вам обращусь, скажу, из оглашенных материалов дела, какие, по вашему мнению, являются недопустимы. И в этот момент, пожалуйста, обращайтесь к ходатайству в суд и говорите, из оглашенных материалов такие-то. И все. Ну, я говорю, можно я тогда выйду, потому что я с первого тома заново буду оспаривать все документы. Сейчас вот прокурор огласит, я буду молча сидеть, потом я буду оглашать. Каждый документ имеет нарушение. Я на каждом документе, 57 томов дела, буду останавливаться. Ну это же ваше право, это ваша позиция. Я и говорю, если я буду, зачем я сейчас теряю время?
Когда ну, потому что вы обязаны присутствовать во время отношений. Уважаемый судья, как обычно практики по уголовным делам? Прокурор оглашает. Если какие-то у нас есть замечания, мы просто говорим, прошу судья обратить внимание вот это факт. Вы себе записываете. Прокурор дальше оглашает, мы говорим, ну где у нас замечания нет, мы сидим молчим. Когда он очередной документ оглашает, если мы обращаем на это внимание, ну какой-то там, что мы хотим сказать, мы говорим, уважаемый судья, в данном документе вот такие-то, вы себе записываете, а потом уже после всего мы уже ходатайствуем, вы уже принимаете решение. Ну, если мы ходатайствуем, признаем, не допустим даже, если нет, то тогда, ну, обычно же так делается, когда оглашает судья, мы сидим, а потом какой-то документ, если мы хотим обратить внимание суда, мы уважаем себя, по этому документу я прошу обратить внимание на такие-то факты. Вы, никто не обсуждает, просто записываете и дальше идете. Вот так, наверное, лучше делать. В принципе, вы мой порядок, в принципе, Нет, ну прокурор же обязан огласить весь порядок, ой, все доказательства, а не то, что он считает нужным. Ну сейчас он огласит, он скажет, вот протокол принятия своего производства, считай, не нужно оглашать. Все хорошо. Он скажет там, вот есть такой протокол, и дальше пойдет. Здесь же в статье написано, подлежат оглашению полностью или частично. Он считает, что частично надо огласить. Слово «или» это значит разделительная совесть. Полностью или частично. Это он считает, а мы считаем иначе. Так это он пытается говорить, что оглашается полностью или частично. Протоколы, следственные действия, удостоверяющие обстоятельства дела. Ну, просто вы внимательно видите, буквально прочитайте эту статью. И по этой статье давайте работать. Как она нам? Потом, уважаемый, потом, вот, если считаете эти доказательства, нет необходимости соглашать, это значит не доказательства. То есть, прокурор не считает эти доказательства, не доказательства обвинения. Я не буду ссылаться. Да, уже не будет ссылаться. Нет, конечно. Раз оно не оглашено, Если он не оглашен, значит... Оно не исследовано, значит, ну, нет, подождите, что значит не оглашен? Он сейчас этот опись огласит и все, скажет, я все. Все нет, это собрано. Нет, ну а как? А, получается, там, если на 30-м томе он опись не огласил, документы не огласил, сами документы, и элементарно опись не огласил, получается, 30-го тома нету? Нет, да. И он не может на него ссылаться? Я огласил, нет. Ну так вот, это же все и одно дело, это же... Каждый том является доказательством. Знаете, непосредственность в судебном следствии. Непосредственно, значит, непосредственно вот так потрогать это доказательство. А если вот это все попасть, все, мы не можем написать. Вот нам на это организовать и дискуссию устроить. Ну, давайте работать по УПК. Но я же вам буквально прочитал, я не могу понять, как можно. Порядок установлен, но не подлежит ожалованию. Порядок следует доказать. Поэтому мы не можем слушать, мы сидим просто и записывайте те замечания, которые у вас будут. Потом будете ставить вопрос о признании. Пожалуйста, продолжайте оглашать. Есть номер 23, постановление о назначении переводчика. Постановление вынесено 11 августа 2022 года следователем Ильшов Каратушуковым. Постановил назначить Кенжебекову Мадину Булатовну переводчиком по уголовному делу по номеру 22-88-011-3204, о чем объявить по расписку настоящего постановления. Далее, постановление разъяснение права переводчика и имеется подпись. Ваша честь, а мне надо переводить? Так нет, все-таки я чуточку не поняла. Вы это свой порядок обсудили? Надо, если там надо. Есть перевод, нужен ли перевод? Не надо. Нет, а я готова. Я протокола просто озвучите, что постановление о назначении переводчика. Ага, да. Ну да, прокурор, вы как огласите, паузу держите, пожалуйста, хорошо? Да, чтобы... А то я здесь, да. Біз беті 23, яғни 11-ші тамыздан іс бойынша аудармашыны тағайындау туралы қаулы тергеуші Каратушев аудармашы Кенжебекова Мадина Булатовна, яғни аудармашы резеге тағайындады. Істің соңғы номер, яғни 2-4 ісі бойынша, сонымен қатар аталған қаулыда аудармашының нормен білеттері түсіндіген. Также в материалах уголовного дела имеется лист номер 28-29, диплом о высшем образовании и сертификатом учебный центр «Казна». Будем, наверное, менять переводчика Кенжебекова Мадина Булатовна.
Есть номер 33, постановление о соединении уголовных дел, вынесено 13 августа 2022 года руководителем Межведомственной следственно-оперативной группы Утиеву. Постановлено соединить в одно производство уголовные дела за номером 22-00-88-0-11-3-0-64-22-00-88-0-11-4-0-62. Спите 33, яғни қылмыстық істер бір-біріне тіркеу туралы, яғни ведомство аралық, яғни жедел тіркеу тобының жетекшісі Өтеуовтың қақылысы атылған іс бойынша іс, яғни 204-62-99-103 қылмыстық істер бір-біріне біріктіріп, оларға біреге 204 санын беру туралы қалды. Есть номер 68. Постановление отправки уголовного дела к своему производству. 68. Вынесено руководителем комиссии, заместителем начальника службы Садиевым от 11 апреля 2022 года. Постановлено уголовное дело по номеру 22-00-88-011-4-062 нет к своему производству. Эксперт 68, яғни қылмыстық істі өзінің өтінішіне қабылдау туралы қаулы тергеуші Садиевпен шығарылған 2021 жылдың 11 сәуірінде істің соңғы саны 62 қылмыстық ісін өзінің өтінішіне қабылдаған. Есть номер 73, имеется рапорт об обнаружении об уголовном правонарушении. Рапорт вынесен 11 апреля 2022 года. В рапорте указано: 11 апреля 2022 года, 16 часов 45 минут, следственная оперативная группа расследует уголовное дело за номером 22-00-88-011-4-03 по статье 255-4 Уголовного кодекса. В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 4 по 6 января 2022 года на территории города Алматы произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, нарушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти. В ходе досудебного расследования установлен организатор массовых беспорядков на приезде и другие лица, причастные к организации беспорядков. Таким образом, действия мотивистов и других лиц усматриваются признаки уголовного нарушения, предусмотренного статьей 272, часть 1 Уголовного кодекса. И присвоен номер РВР 22-00-88-011-4-062. Кезе жетек түсіш, яғни баяланат 2021 жылдың 11 ақпанында 16 сағатта, яғни 4.03, яғни баяланат жыл бойынша Алматы қаласында болған, яғни жаппай тәртіпсіздіктердің кезінде, яғни оларды қирату, яғни және атыс қаруларын қолдану және де билік өкілдеріне және де басқа да деректер бойынша қылмыстық құқықбұзушылық анықталған, аталған қылмыстық құқықбұзушылық және басқа тұлғалар жасалған және де аталған қылмыстық 272 баптың бірінші бөлігі бойынша саралап, оған 62, яғни істің соңы 62 сансанды, яғни тағайындауды сұрайды. Далее, лист номер 79, постановление о соединении уголовных дел в одно производство от 12 апреля 2022 года вынесено руководителем МСО Садиевым. Постановлено соединить в одно производство уголовных дел 22-00-88-011-4-062 по основному уголовному делу 22-00-88-011-4-063. Не туралы жарко, да?
14 марта 2022 года, 20:05 в ходе расследования уголовного дела установлено, что 5 января в период времени с 19:50 до 23:00 города Алматы участника массовых беспорядков группы лиц по предварительному сговору используя оружие или орудие, используемое в качестве оружия, из корыстных положений совершили нападение и захват в здании АВОС Международного аэропорта Алматы и РДП «Краш Аэронавигация». Данный факт зарегистрирован по статье 269 части 2 пунктами 1, 4, 5, 6 Уголовного кодекса и присвоили номер РДР 22-00-88-011-400-33. Яғни іс беті 87-де қылмыстық бұрышылықты анықтау туралы баянат аталған қылмыс, яғни баянатқа сәйкес 5-ші қаңтарда, яғни Алматы әуежайы, яғни әуежайы жерінде қазаэронавигация аппараттары ғимараттарға шабуыл жасау және яғни басып алу дерегі бойынша яғни деректер анықталған. Также имеется постановление о совершении уголовного дела производства в состоянии 93 от 14 марта 2022 года, вынесенного руководителем УСОВ Сагиевым. Данный факт, который был зарегистрирован по заказу казаринализации аэропорт номер 60, был присвоен 33, то есть был соединен к основному уголовному делу, который в конце номер 3. Яғни қылмыстық істі, яғни Сагиев пен қылмыстық істі бүрмендіріске яғни біріктіру және де оған яғни негізгі сан яғни беру туралы құжат. Далее директор, докладная записка, страница 102. Согласно его направленному на имя президента аэропорта Алматы от младшего инспектора САП Хакым. В нем указывается, 5 января 2022 года я находился в наряде на 6-м посту, выполняя обязанности по общественному режиму лиц и транспортных средств. Приблизительно в 20-10 часов по радиостанции я услышал, что митингующие передвигаются в район ночного ВИП, а также информация об эвакуации всех сотрудников. В этот момент на 6-м посту стоял автобус казаринавигации, в который садились сотрудники казаринавигации. Зная о том, что этот автобус пойдет на вышку казаринавигации, которая находится в глубине территории аэродрома, когда мы приехали на вышку, я увидел, что на ее территории стоят рекомендующие. Когда я вышел из автобуса, у меня заработала радиостанция, по которой шли переговоры рекомендующие. Услышав сразу, я подошел ко мне и выхватил из рук радиостанции. Тот, кто забрал, был одет в белой куртке и черной шапке. После меня открыли в сторону и спросили, где выключается свет. Раз что ты здесь работаешь, ты знаешь. На что я ответил, 4 месяца я стою на дальнем посту, и здесь никогда не был. Докладная записка от 1 марта 2022 года. авиациялық қауіпсіздік қызметінің аға инспекторы Хакым, яғни 20 сағат 10 минутта, яғни радиостанция арқылы, яғни бір топ адамдардың, яғни тележеткен және де қызметкерлердің, яғни және эвакуациялау туралы, және де олар автобус көлік құралымен қарыз аэронавигация ғимаратына қарай, яғни ауыстыру туралы. Я был студент, кейін оған ақпортеше және қақыры бастың кейген елгерден керек оның рациясын тақылған, және де жарықты жүшкетін жердің қайқай жерде орналасқанын айтып берді.
Далее страница номер 12, имеется рапорт об обнаружении в уголовном правонарушении. В рапорте указывается, что 11 марта 2022 года в ходе проведения досудебного расследования от вице-президента руководителя службы электронной безопасности и персонала поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые, находясь на крыльце здания Центра обслуживания воздушного движения «Кар-Авиавиация», открыто похитили умашивание инструктора подразделения безопасности службы авиационной безопасности «ККМ» служебную рацию. Данный факт зарегистрирован по статье 191, части 1 Уголовного кодекса и присвоен единый номер РДР 22-74-75-51-103. СПТ УНИК, явление по мостоходу От имени кого? Заявление о совершенном уголовном правонарушении, да? Джазибаева, да? Вице-президент. Что именно докладная записка? Докладная записка каким? Да. А потом? Дальше уже рапорт. Дальше рапорт. Какой том, какой лист, чуть-чуть паузу делать, потому что мы нашли. У нас чуть страницы же идут. Потом, это самое, я хотел обратить внимание, здесь вы говорите 106, а там 110, 101, поэтому нам путаемся мы, нумерация. Чуть-чуть там паузу делать, там мы постановили. Лист дела 123, постановление о соединении уголовных дел. Вынесено 18 марта 2022 года руководителем СОП начальника отдела Жановым. Постановлено, что уголовное дело, которое зарегистрировано по факту грабежа, открытого хищения у младшего инспектора подразделения какими служебной рации, уголовное дело 103 было соединено к основному уголовному делу. Спеда Джижимаш, я не помню, что это было плавно полуги, когда мне пришло в Монтиле зашли, я не Монтиле зашли, я не Козметке, я не как мы рассказали, я не понимаю, где я был больше, я не Аталан Фомстерсты, не Гизбы Фомстерсты, я не Кирилл. Номер 134 имеется заявление о совершенном уголовном правонарушении. Заявление от представителя АО Международного аэропорта Алматы Джазибаева. Заявление указывается. Прошу привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые совершили открытое хищение по активным радиостанциям на пароле 2014 у сотрудников службы авиационной безопасности АО Международного аэропорта Алматы и Смагулова. Стоимостью 84 510 тенге или как там стоимостью 84 510 тенге. Время, место и способ совершения 5 января 2022 года. Место совершения на территории международного аэропорта Алматы. Характер причиненного уголовного правонарушения вреда. Материальный ущерб составляет 169 020 тенге. Кинарас, я не, я не жмет на что-то, если что-то там, да, я не алмата, а уже ему алмаганда, а я стал кабзуду козмет, ну козмет кирдермен алмаган, я не, он носит 70 тонн, больше он там где-то тонат не едет, когда она рациональная, я не жалко сумма, сюда жалко сторону, жерматинге, я не материалдах шаган кильтерген, кильтерген я не кильгюмен от алмаганда. Лист номер 147, имеется рапорт об обнаружении в уголовном правонарушении. Рапорт вынесен 4 февраля 2022 года. В рапорте указывается.
4 февраля 2022 года, 7 часов 11 минут, с 5 января 2022 года, 21.00 часа, по 6 января 2022 года, неизвестные лица с парковки аэропорта города Алматы, расположенного по адресу улица Мальма, дом 2, угнали автомобиль марки Рено Сандеро 2018 года, цвет белый, принадлежащий гражданину Кусалинову Бажану Майдановичу, проживающий по адресу Микоян Казахстан, дом 5. Данный факт зарегистрирован по статье 261 Уголовного кодекса и присвоен единый номер ГДР 2275-831-4099. Бесінші қаңтардың сағат, яғни 20-10 минуттан бастап, бағдар жағдайларға дейінгі уақыт аралығында Майдана көшесі бойында, яғни 2007 жылы, яғни Рено Сандеро маркалы автокөлігінің, яғни айдап кету дерегі бойынша, яғни қылмыстық іс қозғалған, және де оны тиісті баппен саралап, және де соңғы сағат 99 саны берілген. Имеется заявление о совершенном для готовности уголовного правонарушения. Заявление поступило от Кусанова. Указывает, прошу вас принять меры в отношении неустановленных лиц, которые, находясь на перроне аэропорта города Алматы, открыто завладели транспортным средством Рено Сандеро. Ущерб составляет 4 миллиона рублей. Заявление поступило 4 февраля 2022 года. Я не помню. Февраль, да? Да, февраль. Сейчас я вот еще нашел. Перевод читать или оригинал? Как вам будет? С вашего разрешения на государственном языке. Укуда Балангер Карл Хаттамасы, село Жаналов Аулы, 21-й год, 19-й Ахтон. Карл Басталды 16-30 минут, Айтталды 17-40 минут. Павлородан полиция бөлімінің тергеушісі Хафизолла. Қара сақтамасымен қара кесел объектісі болып Талғар ауданына жаңалық ауылында орналасқан Рено Сандеро маркалы автокөлігі болып шықты. Қара кеселдің кезінде автокөліктің жаңалық ауылының батыс бөлігінде сауда орталығында жатқан. Қара кесел кезінде автокөліктің 71 номері жоқ, автокөлік солтүстік бағытқа тарап тұр. Кесел кезінде автокөліктің сол жақ алдыңғы жағының майысқан, оң жағы сынған. Қарап кесілу кезінде автокөліктің сол жақ артқы дөңгелегінің жері жоқ, және жанармай жығатын багажының қақпағы жоқ. Қарап кесілу кезінде қақпағы шығыс бағытта 2 метр ара қашықтықта қара түсті қақпағы табылды. Қарап кесілу кезінде автокөліктің артқы бөлігінде 2 дана тесік табылды. Автокөліктің ішінде қарап кесілу кезінде автокөлік ішінде тазалығы және тәртібі бұзылған. Автокөліктің рөлінен Адарология алынды, профессия өкезінде автокөліктің айып жүйесіне дей алынды. Профессия басында автокөліктің артқы орындығында қысы түсті жар анықталып, ақ түсті жақтар алынды. Тергеу әрекетінің қорытындысының қатысушылар Альбожанов, Шамиш Шатонбаев фамилия.
Хорошо, что ты взяла. Скажи, пожалуйста, то есть по осмотра, который был проведен сотрудником Аризова в поселке Шанала, Калмарского района, то есть осматривается автомобиль марки Renault Sandero без государственного номерного знака, который припаркован в северном направлении, на котором есть вмятина и шины разлопаны. Также покрышка найдена около машины, также помещение автомашины, то есть стоит беспорядок, а также то есть, на задней части, то есть на заднем пассажирском сидении там обнаружены то есть, пятна, также участники, то есть непонятной записи, да? То есть непонятной записи. Том номер два. Том со следующей страницы 164 страницы. На первой странице дальше фототрадиция протокола осмотра. Далее есть номер 20. Вынесено постановление о заявлении уголовного. Вынесено 17 марта 2022 года руководителем СОК Жамовым. Постановлено, что по факту уголовного машины Renault Sandero, зарегистрированного в ГДР, был соединен к основному уголовному делу 2288-30-31-42. Я, конечно, бумажу, ягни, бірінші, ягни, бастап полиция, но был караулки картамасының, ягни, фактически, кесте сатеркелген, және де, қолмыстарысты, ягни, біріктіру туралы, жедел тергеу құрылымын жетекшісінен шығарылған қаулы ақылған. Яғни Renault Sandero маркалы автокөлігін айдап кету дерегі бойынша қылмыстырыс, негізгі қылмыстырысқа біріктірілді. 10.22. Протокол осмотра транспортного средства вынесен 26 февраля 2022 года. Осмотр начал в 10 часов. Осмотр окончен в 12 часов на 0 минут. Дознаватель СОП ДПНО транспорта капитан полиции Жасибаев. Целью обнаружения выявления следов уголовного нарушения и непостоянного обучения внесения обстановки происшествия и установления обстоятельств внешних значений на дело провел осмотр с участием журналиста Алтамбаева и Касимхани. Развел осмотр транспортного средства Renault Sandero. Осмотром обнаружено осмотр места происшествия является бокс номер 2 автоколонны Международного аэропорта Алматы, который расположен по адресу города Алматы, район Ахметов 18. Северное направление данного бокса на стороне 3 мест расположено частное административное здание. Далее, во втором помещении расположены подъемные приспособления для ремонта автотранспортных средств. При осмотре дверь первого помещения рядом с левым рядом транспортных средств расположено транспортное средство марки Renault Sandero без государственных регистрационных номерных знаков, которые являются непосредственным объектом осмотра места происшествия. Далее участники следственного действия приступили к осмотру, которым является транспортное средство марки Renault Sandero. Транспортное средство имеет окрас серо-зеленого цвета, несет автомашины X7L5SRLT. 6619942663. Далее, после осмотра участники следственного действия были расписались. Эспедра Джельманика, явный мастер Караун, явный Караун Турала Каптама, и там же я пришел Джельмалкин Шахпан, да, я уже двигался, да, жедел тергеу тобының анықтаушысы және криминалистердің қатысуымен Renault Sandero маркалы автокөлігіне қараған, онда оның орналасуы және автокөліктің жеке сипаттамасы келтірілген, яғни көрсетілген, яғни тергеу, яғни әрекеті аяқталғаннан кейін қатысушылар хаттамаға қол қойды.
есть номер 62, вместо рапорт о понятии об уголовном правонарушении. Рапорт вынесен 18 августа 2022 года. В нем указывается 18 августа 2022 года, 16 часов 30 минут, межведомственная следственно-оперативная группа расследуется уголовное дело по отношению к Бошан Аликасен Пагетисова Акутяна Хамитова по факту участия в массовых беспорядках. В ходе досудебного расследования установлено, что 5 января 2022 года в 19 часов но по аэропорту города Алматы поступило сообщение из другого города Алматы о том, что участники массовых беспорядков в количестве порядка 500 человек вошли в здание международного аэропорта Алматы. В связи с чем деятельность аэропорта нарушена. Разведенным изъятием камер ввели в отдельный факт установлен данный человек, который находился на территории аэропорта принял участие из захвата РГП КАС аэронавигация. Таким образом, действия Гарибаева усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 263, часть 2.6. По данному факту присвоен единый номер 22-00-88-011-32-210. Эспетал ЦИКа, я рекомендую, что я анықтау туралы байбайына, 2018 тамызында шығарылған, онда яғни Бошан және басқаларға қарқатысты, яғни басқалармен, яғни қылмыстық құқықтың жасылған туралы анықталған, және де атылған байланысқа сәйкес, яғни Дерибаевтың әрекеттері екінші баптың екінші бөлігі 60 қазанға бойынша тағайындалған, және оған 200 бойынша құқықтың күш бірегей нөмірі тіркелген. Страница 83, имеется рапорт также о обнаружении уголовного правонарушения от 10 ноября 2022 года. В рапорте указывается, 5 января 2022 года в ходе массовых беспорядков на территории аэропорта Карибаев в действии группы Бошан Арутасан Кокрилезин с головы неправомерно освободили автомашину марки Тойота Хайс. Государственный номер 240 2002 белого цвета. Принадлежащий ТО Алматы крупный сервис, целью довести неприимущих до здания ЭГТОК раз аэронавигация. Таким образом, действия Гарибаева усматриваются признаки уголовного правонарушения, бесплатно статьи 200.21. По данному факту пристроен единый номер РДР 22-00-88-011-318. Қарашасынан қылмыстық құқықтық анықтау туралы, яғни анықталғаны туралы баянат, оған сәйкес Дәлебаев Тойота Хайз маркалы автокөлігін иемденіп алған. Оның әрекеттері 200-ші баптың 2-ші бөлігінің тармағы бойынша сараланған, және соңғы саны 318, яғни бірегей саны мен тіркелген. Весна 101, имеется также рапорт о наложении уголовного правонарушения. Подождите секунду. 101. Установлено, что 5 января 2022 года подъемники Дарибаев на территории международного аэропорта Алматы приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожениями имущества. Таким образом, действия Карменова Дарибаева усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренной статьей 272, часть 2 Уголовного кодекса. По данному факту присвоен единый номер 22-00-88-011-312. Также имеется страница 132, рапорт также об обнаружении сведений об уголовном правонарушении, вынесенном 10 ноября 2022 года. В нем указывается, что 5 января Хамина, находясь на территории международного аэропорта Алматы, действуя с группой рисковых предварительных сговоров с Нуклисом Шелебаевым и Галибаевым и привлекая участников массовых беспорядков, не вовлеченных в истинное намерение организаторов, с
совершили нападение и захват зданий стратегического объекта аэропорта Казани-Ленинградцы, тем самым поставив под угрозу безопасность государства. В действиях Каменова усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 269, часть 3. Это какой страница? 139. Вы читаете оригинал или этот перевод? Перевод. Я понять не могу. 139. Перевод читаете? Да. На 139. Также поправку делаете, что оригинал на такой странице, а перевод на такой, чтобы они могли есть. Где-то 92-го я понимаю, конечно, что было еще хорошо, когда у нас, потому что там еще была война, была всяких коммент, я не обижаю на Алмаранда по голову, я не обижаю на Алмаранда по голову, я не обижаю на Алмаранда по голову, Лист номер 156 и 158, а 956 есть. Рапорт об обнаружении сведения об уголовном правонарушении от 10 ноября 2022 года. Нам указывает, что с 5 января 2022 года 19:50 Киржанова группа Смирпилисова на территории международного аэропорта Алматы организовала в Москве беспорядки, сопровождавшиеся насильно погромами, подрывами, разрушениями и уничтожением имущества. Данный факт зарегистрирован по статье 272.1 и присвоен единый номер РДР 22.00.88. 11.00 Согласно описи страниц, состоит том из 167 страниц, страница номер 3. Имеется ответ от акционерного общества Международного аэропорта Алматы, направленного на имя помощника генерального прокурора Рахимжанова. Следующего содержания имеется. В соответствии с вашим требованием от 29 марта 2022 года, сообщаю, что материальный ущерб, нанесенный акционерному обществу Международного аэропорта Алматы, не установленными лицами в ходе массовых беспорядков на территории Международного аэропорта Алматы 5 января составляет 313 850 654 тенге. Далее том номер 4, 149 страниц составляет. Какая 49-я? 149 страниц составляет. 49. Страница 66. Имеется постановление, признанное потерпевшим от 12 августа 2022 года, вынесено Сереже Комиссову Карапчукову, и постановлено, что признать по уголовному делу АО Международный аэропорт Алматы потерпевшим. Номер 4, 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 я вас прошу, громче говорите, пожалуйста. 67-й страница. Далее, страница 69 имеется доверенность от акционерного общества международного аэропорта Алматы на имя Джазыбаева Альберта. А кем вы признаны? Называет Альберт Семербекович. Страница номер 73. Имеется постановление о признании представителем потерпевшего.
от 12 августа 2022 года вынесено следователем МСО Каракучуковым принято решение признать и допустить настоящему уголовному делу Джазбаева Альберта Тимирбековича в качестве представителя потерпевшего международного аэропорта Алматы. Здесь дело номер 107. Имеется постановление о признании гражданским лицом 12 августа 2022 года вынесено следователем МСО Каракучукова. Имеется решение признать по настоящему уголовному делу гражданским лицом АО Международного аэропорта Алматы. Если это Здесь номер 116 имеется постановление о признании представителем гражданского лица. Занесено 12 августа 2022 года следователем МСО Каракучукова. Принято решение признать и допустить настоящему уголовному делу Джазбаева Альберта Тимирбековича в качестве представителя гражданского лица АО Международного аэропорта Алматы. Есть номер 130. Я извиняюсь. Можно обратиться? Вот уважаемый суд, я вот понять не могу, вот сюда. Вот сейчас прокурор прыгает при оглашении. Получается, прокурор не огласил элементарно вот так. Он сказал, что имеется постановление о признании гражданским лицом. Да, как бы есть постановление о признании представителем потерпевшего, есть доверенность, есть протокола разъяснения прав и обязанностей. Если прокурор оглашает постановление о признании гражданским лицом, о признании представителем потерпевшего, при этом прокурор не оглашает постановление, протокол разъяснения прав, получается, в деле его нет, суд на него не может ссылаться, и мы должны в ходатайстве указывать, что права не разъяснены. Я правильно понимаю? Так как прокурор не озвучил протокол разъяснения прав отдельно, изготовленный документ. Как быть? И, допустим, в этом документе, вот прокурор оглашает постановление. Ладно, он огласил, да, как бы мы, раз он огласил, суд на это будет ссылаться, соответственно, мы будем ссылаться. Я записываю просто сейчас номера страниц, которые прокурор оглашает. На других номерах, которые прокурор не оглашает, есть нарушения. И они существенны. Получается, мне ходатайство в этой части не надо писать? Нет, можно цель к тому времени, когда сразу говорите, чтобы вот те вопросы, блок вопросов, которые вас несут, чтобы он сразу огласил, чтобы не возвращаться потом. Нет, просто вот, честно говоря, как бы мне позиция суда с одной стороны нравится. Если прокурор не огласил, значит оно не оглашено в суде, не исследовано в суде. Если оно не исследовано в суде, суд не может ссылаться на него в приговоре. Отлично. Ну, я теперь каждый этот документ, который он оглашает, прокурор, я у себя указываю. Не оглашенный, там тоже имеется нарушение. Я тогда на них ходатайство не буду подавать. И, соответственно, суд на них не может ссылаться в качестве доказательства. Все хорошо. Миша, какой том? Еще раз, прокурор, том, дело. Четвертый том. Здесь дело какой? 130. Имеется письмо личного содержания руководителя МСО Сергеева. В соответствии с вашим требованием сообщаю, что в связи с захватами массовыми беспорядками на территории Международного аэропорта Алматы 5 января 2022 года, а также введенным указом президента Республики Казахстан 5 января 2022 года номер 725 чрезвычайного положения комендантского часа в городе Алматы в период с 6 по 12 января 2022 года Международный аэропорт города Алматы, аэропорт функционировал с 8 часов утра до 21.00 часов. В указанный период рейсы гражданской авиации по внутренним и международным направлениям были приостановлены. Осуществлялись полеты только государственными
авиации, прибытие миротворческого вооруженных сил, договора о коллективной безопасности и земных рейсов государственной авиации. Полеты воздушных судов гражданской авиации, пассажирские и грузовые рейсы были возобновлены только с 13 января 2022 года. Также направляю перечень рейсов гражданской авиации и авиакомпаний, которые вынуждены были приостановить полеты через международный аэропорт Алматы в период с 6 по 13 января 2022 года. Пятый том, 170 страниц составляет. Какая? Пятый том. 170 страниц составляет. Лист номер 3. Имеется письмо от авиационной администрации Казахстана от имени Улыбка на имя специального прокурора Генеральной прокуратуры Тукулова. Имеется письмо следующего содержания. Рассмотрев ваши требования, представляю сведения, связанные с январскими событиями того года в аэропорту города Алматы, сообщаем следующее. Первое. Кто уполномочен на принятие решения о приостановлении деятельности АО «Международный аэропорт Алматы» основания приостановления деятельности аэропорта? Имеется ответ. Согласно пункту 16.1 статьи 1 закона Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, уполномоченная организация в сфере гражданской авиации, акционерное общество со 100% участием государства в основном капитале, осуществляющие деятельность, направленную на обеспечение устойчивого развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан, безопасности полетов и авиационной безопасности. В соответствии со статьей 16.1 закона, уполномоченная организация в сфере гражданской авиации, АО «Авиационная администрация Казахстана» осуществляет контроль и надзор за субъектами в сфере гражданской авиации. Второй вопрос. Приостанавливалась ли 5 января 2022 года деятельность международного аэропорта Алматы? Ответ. 5 января 2022 года в 21:09 направлена радиограмма о приостановлении деятельности аэропорта города Алматы. Какими нормативно-правовыми и внутренними документами регламентируются основания и порядок приостановления деятельности аэропорта? Основания приостановления деятельности международного аэропорта Алматы были события, произошедшие 5 января того года. Не того, текущего года. И совершение акта незаконного вмешательства в деятельность аэропорта города Алматы путем насильственного проникновения на территорию авиапредприятия и блокирования авиационной деятельности. В соответствии с пунктом 5, пункта 1 статьи 64 закона, эксплуатант аэродрома аэропорта имеет право закрытия аэродрома аэропорта для приема и отправки гражданских воздушных судов в связи с техническими и метеорологическими условиями, угрожающими безопасности полетов. 5 января 2022 года от аэропорта города Алматы поступила радиограмма извещения о закрытии аэродрома для гражданской авиации и принятия воздушных судов только по запросу. Согласно подпунктам 2 и 4 указа президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года в период с 01:30 5 января на срок до 00:19 января были введены меры и временные ограничения по въезду в город Алматы, а также выезд из него. Установлению ограничения на свободу передвижения в числе транспортных средств города Алматы. С учетом ввода чрезвычайного положения города Алматы, сведения и средств массовой информации, а также опубликованного и поступающей информации о факте незаконного вмешательства, создающей реальную угрозу деятельности гражданской авиации, безопасности пассажиров и авиационного персонала, руководствуясь пунктами 55, 52, 58 программы авиационной безопасности гражданской авиации РФ, утвержденной постановлением правительства от 23 октября 2017 года, авиационными инспекторами уполномоченной организации в сфере гражданской авиации была проведена
оценка угроз и рисков по авиационной безопасности. По результатам проведенной оценки угроз и рисков был установлен высокий уровень угрозы. Принимая во внимание существующую угрозу жизни и здоровья пассажиров и авиационного персонала, принято протокольное решение о временном приостановлении деятельности аэропорта. Ответ от заместителя генерального директора по авиационной безопасности Испутанова. Марина, уточните, там приостановление 21, сколько? Там в начале вот информация. 5 января 2022 года, 23 часов, направлена радиограмма. 21 час, 09 минут. Уженсуд, разрешите обратить внимание? Вот из содержания данного ответа на вопрос, да, непонятного, кому от кого направлена радиограмма? Вот вопрос я вот прокурор уже озвучил, я вот повторюсь. Вот вопрос, приостанавливалась ли 5 января 2022 года деятельность АО «Международный аэропорт Алматы»? Ответ. ААК, это получается уполномоченный орган, да. 5 января 2022 года в 5 января 2022 года в 21 часов 09 минут направлена радиограмма о приостановлении деятельности аэропорта. То есть получается это уполномоченный орган аэропорту направил? Либо аэропорт направил уполномоченный орган? Как? Нет, авиационная администрация направила телеграмму. И при этом, уважаемый судья, в этом письме указывается вот этот указ президента Республики Казахстан. Они сами ссылаются, что 5 января 2022 года вперед час ночью, час 30, и 5 января 2022 года до 12.00 19 января 2022 года были введены меры и временные ограничения по выезду в город Алматы, а также выезд из него, установлены ограничения по свободе передвижения, в том числе транспортных средств, то есть авиационных тоже считается, в городе Алматы. То есть вот это тоже они в этом письме также указываются. Далее, лист номера 7, имеется письмо от РВП филиала Юго-Восточного регионального центра организации воздушного движения Республиканского государственного предприятия «Каз-Аренавигация» в лице директора Малкеева. Следующее содержание. Я читаю в оригинале. Письмо направлено на имя заместителя специального прокурора Садиеву. Осы хат арқылы 2027 жылы 5 қаңтарда Алматы қаласының жергілікті уақыты бойынша 20 сағат 30 минут шамасында жаппай тәртіпсіздік кезінде белгісіз тұлғалар Алматы қаласының халықаралық әуежайының тәртіптік аумағында орналасқан стратегиялық объекті әуе қозғалысын басқару орталығының ғимаратына заңсыз кіргенін және ұшу қону жолақтары мен өлдеу жолдарының жарық сигналдық жүйесін ажыратуды қорқытып талап етіп әуе кемелерінің ұшуы мен қонуына тыйым салғанын хабарлаймын. Сондай ақ Алматы әуе айлағынан ұшып шығатын және ұшып келетін әуе кемелерінің тізімін алу мақсатында авиадиспетчерлердің жұмыс орындарына баруды талап еткен. Осылайша Қазавианавигация оңтүстік шығыс филиалының қызметкерлеріне оның ішінде әуе қозғалысын тікелей басқаруды жүзеге асыратын диспетчерлерге күйзелістік жұмыс жағдайын және жоғарғы психоэмоционалды күйзеліс жағдайын туғызды. Соның салдарынан қызметкерлер өз өмірі мен денсаулығы үшін қорқынышқа, азапқа және ұшу қауіпсіздігіне әсер ететін және қайтымсыз салдарға әкеліп соқтыратын өте ыңғайсыз жағдайға тап болды. Осыған байланысты сізден кінәлі тұлғаларды іздеу және анықтау бойынша шаралар қабылдауды сұраймын. Сделала 7 письмо от Малкеева на имя Садиева, где сообщается, что по местному времени 24 был захвачен стабилизированный объект с требованием отключения взлетных, а также посадочных полос. Также они потребовали список воздушных судов, а также потребовали пройти в авиадиспетчерское отделение. Тем самым они оказали
то есть психоэмоциональный стресс на сотрудников, однако просим принять меры по данному факту. Далее лист номер 17. Имеется постановление о признании потерпевшим от 16 сентября 2022 года, вынесено следователем МСО Каракутина. Принято решение признать филиал, Юго-Восточный филиал Казарена Легация потерпевшим по настоящему уголовному делу. Можно, уважаемый? Вот данный документ оспаривается стороной защиты, так как по мнению стороны защиты Казаря-навигации не принесен никакого материального или морального вреда. Юридическое лицо Казаря-навигации, ему не может быть принесен моральный вред. Что касается материального, там никакого ущерба нету. Угон автотранспорта не был совершен подсудимым, ни одним из подсудимых. Каким образом, поэтому в этой связи можно полностью озвучить данный документ? В отношении кого, по какому делу он принимается потерпевшим? Да, хорошо, давайте мотивируем, послушаем, почему они так будут. Установлено 11 августа 2022 года из уголовного дела в отдельное производство выделено материал в отношении Макмисова и Шелебаева и зарегистрировано по статье 272 часа 2 уголовного кодекса. 13 августа 2022 года из уголовного дела для соединения к делу выделено в отдельное производство. Наследственным установлено, что преступными действиями Макмисова, Шелебаева и других лиц деятельность воздушного гавани города Алматы и деятельность авиакомпании «Эйр Астана», «Файр Астан», «Скар», «Казакиев» и других парализована в период с 5 января по 12 января 2022 года включительно. В результате дезорганизации и парализации нормального функционирования деятельности аэропорта и его захвата вследствие противоправных действий на Макеевского, Шелебаева и других лиц РГП «Казаренавигация» причинен моральный вред. Моральный вред, уважаемый. Юридическому лицу. Статья 71 уголовно-процессуального кодекса потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, в отношении которого есть основания полагать, что ему непосредственно уголовное правонарушение причинен моральный, физический или имущественный вред. На основании вышеизложенного принимает во внимание пункт такого решения. Моральный вред юридическому лицу, неодушевленный объект. Ну, это обжалуем обязательно. Это же юридическое лицо, не физическое лицо. То есть это уже имеется доверенность на имя Алексея Викторовича Афанасьевича от исполняющего обязанности Павдошкина РГП Казаренавигация. Последующий лист номер 22 имеется постановление о признании представителем потерпевшего от 16 сентября 2022 года принятое решение признать и допустить по настоящему делу Афанасия Алексея Викторовича в качестве представителя потерпевшего от РГП Казаренавигация. Далее лист номер 30. Уважаемый суд, вот протокол допроса представителя потерпевшего, есть смысл его оглашать, если уже как постановление закона мы будем ходатайствовать о том, чтобы признать постановление о признании представителем потерпевшего, признание потерпевшим РГП Казаренавигация, которому причинен моральный вред, со ссылкой на нормативное постановление и действующую норму законодательства, недопустим в качестве доказательства и исключить из числа доказательств те документы, которые изложены на основании данного постановления. То есть это и признание потерпевшим, и признание гражданским, представителем потерпевшего, признание гражданским истцом и так далее. И зачем сейчас время терять, полностью озвучивать, если мы заявим такое ходатайство, суд как бы признает его
удовлетворит, если удовлетворит, то есть смысл его следующий, оглашать. Давайте так скажем. Уже как бы постановление, Остановление оно, уже есть. Моральный вред не может быть причинен юридическому лицу. Подождите, для того, чтобы суд признал какое-либо доказательство недопустимым, его надо исследовать, огласить. Правильно. Поэтому пусть он огласит, а потом вы даете оценку этим доказательствам. Допрос? Допрос в каких случаях? Ну это потеря времени уже не считается. Да. В каких случаях допрос оглашается? В УПК прямо написано, что показания свидетеля потерпевшего, данные в ходе досудебного расследования могут быть оглашены в случае, если имеется существенное противоречие между данными на досудебном расследовании и судебном заседании. У нас же нет такой ситуации. У нас есть ситуация, где мы его допросили. Зачем его сейчас оглашать? Да, то же самое касается и тех свидетелей, которые вот порядка 42 свидетелей, мы же не собираемся их оглашать. Да. И те свидетели, которые вы не включили, не пригласили, тоже нет необходимости. Пожалуйста, дальше. Исполнен 56 и 59. Имеется ответ от филиала РГП «Казнь-арена-навигация». На двух языках правописания. 56. Следующее содержание. На ваш вопрос сообщает следующее. При отключении светосигнального оборудования выполнение полетов в ночное время и в дневных условиях невозможно. При отключении радиотехнического оборудования, при отсутствии радиолокационного контроля и неустойчивой работе навигационного оборудования, при полетах по правилам полетов по приборам снижения воздушного судна с нижнего безопасного эшелона на горном аэродроме, которым является Алматы, не допускается. В этом случае воздушное судно следует на запасной аэродром. Допускается выполнение полетов по правилам визуальных полетов. При отказе средств радиосвязи с экипажем воздушного судна диспетчерский состав не сможет обеспечить диспетчерское обслуживание воздушного движения в зоне ответственности и вход воздушных судов в зону будет запрещен. Далее, при отключении РЛС выдерживаются временные интервалы эшелонирования, что значительно снижает пропускную способность сектора воздушного пространства, где произошел отказ РЛС. При отказе надземных радионавигационных средств теряется возможность точного выдерживания маршрута полета экипажами воздушного судна, недопущенных к GNSS, что может привести к частичной или полной неосведомленности экипажа воздушного судна о своем местоположении, что в случае одновременного отказа со средствами РЛК делает невозможным осуществление диспетчерского УВД. При отсутствии связи диспетчерское обслуживание не может быть предоставлено. Вход в воздушное пространство сектора, где отсутствует связь, будет запрещено. Действия сотрудников службы обслуживания воздушного движения регламентируются планом мероприятий по организации воздушного движения на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с нарушением обслуживания воздушного движения в воздушном пространстве, которые действуют в случае возникновения обстоятельств, приводящих к отклонениям от обычной практики УВД, вызванных причинами технического характера, погодными и радиоактивными условиями, военными действиями, актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, трудовыми спорами и забастовками авиационного персонала, выходом из строя средств связи и оборудования. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с нарушением УВД, допускается выполнение полетов по резервным маршрутам, имеющим спецификацию FNAVP, воздушным судам, не имеющим эксплуатационного утверждения для выполнения полетов по данным маршрутам при отсутствии вторичного радиолокационного контроля. Дополнительно резервные маршруты полетов воздушного судна в воздушном пространстве ЭКА непредвиденных обстоятельств могут быть установлены оперативной группой по согласованию с центрами отца УВД при наличии соответствующих условий для их использования. В сложившейся ситуации внутренние полеты должны быть ограничены или отменены до нормализации УВД. Приоритет использования воздушного пространства ВРК должен быть предоставлен воздушным судам, выполняющим полеты по поиску и спасанию государственным воздушным судам,
воздушным судам, выполняющим полеты по оказанию медицинской помощи, перевозящим гуманитарную помощь и так далее. Органы ОВД, осуществляющие обслуживание воздушного движения, где предвиденные ситуации выполняют правила, предусмотренные в определенных случаях, и вводят в действие соответствующий уровень оперативных процедур в зависимости от степени развития ситуации и в соответствии с соглашениями о процедурах координации. Эти процедуры включают следующие. Орган ОВД при возникновении непредвиденных обстоятельств, проанализировав возможность предоставления ОВД, информирует экипажи воздушных судов, находящихся в районе ответственности о сложившейся обстановке и принимаемых мерах. В случае, если необходима эвакуация персонала ОВД, на рабочей частоте радиосвязи передается сообщение экипажам воздушных судов об эвакуации и о переходе на связь с диспетчерским пунктом, определенным старшим диспетчером сообщив частоту его работы. Второе. Выявляются органы ОВД, определенных РФИ, объединенных действий процедур, предусмотренных на случаях непредвиденных обстоятельств, связанных с нарушением ОВД, в соответствии с соглашением о процедурах координации или другими договорами, предусмотренными для данной ситуации. Третье. До входа воздушного суда в воздушное пространство, в котором действует или планируется ввод процедур, предусмотренных на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с ОВД, органы ОВД соседних РФИ государств не позднее, чем за 10 минут до расчетного времени пролета рубежа передачи ОВД должны согласовать маршрут и эшелон полета воздушного судна и получить разрешение от принимающего органа ОВД, если другое не предусмотрено действующими соглашениями о процедурах координации. Четвертое. Передающий орган ОВД дает указание экипажу воздушного судна не позднее, чем за 10 минут до пролета рубежа передачи ОВД, установить контрольную связь со следующим органом ОВД по направлению полета. Пятое. При входе в воздушное пространство, в котором действуют непредвиденные обстоятельства, связанные с нарушением ОВД, экипажи воздушных судов должны строго следовать в соответствии с диспетчерским разрешением и указаниями по введению радиосвязи, полученными от принимающего органа ОВД. Шестое. При нахождении воздушного судна в районе, в котором действуют непредвиденные обстоятельства, связанные с нарушением ОВД, органу ОВД по возможности не меняет заданные параметры полета. Седьмое. Орган ОВД в районе ответственности, в котором находится воздушное судно, по возможности контролирует его местоположение, используя все имеющиеся радиотехнические средства, включая резервные, а также радиотехнические средства и информацию смежных диспетчерских пунктов. Восьмое. Экипажи воздушных судов могут выбрать обходные маршруты, проходящие за пределами воздушного пространства, связанного с нарушением ОВД, предварительно согласовав их с органами ОВД по направлению полета. Девятое. В течение периода действия чрезвычайных обстоятельств планы полетов и другая информация о движении воздушных судов должны передаваться эксплуатантами воздушных судов во все предусмотренные адреса по направлению движения воздушных судов, независимо от их работоспособности. Далее имейте продолжение. Уважаемый судья. Я во-первых, Теримба. Уксус. Уважаемый судья, я считаю, что вот этот документ, который носит, это, ну, не знаю, это просто объясняет положение. Вот это к нашим подсудимым, я думаю, никакого отношения не имеет. Мы здесь не установлен факт, что наши отключили радиотехническое оборудование. Не было установлено, что они это не давали работать диспетчерам. Вот все эти ситуации, которые здесь описываются, это просто это положение. Это соглашение о процедурах координации. Да, да, да. Вот это какое отношение? Просто перечень. Документ. Информационный характер носит. Вы можете использовать в процессе защиты. Что ваше обращение? Далее страница 126. Имеется ответ акционерного общества «Эйр Астана» следующего содержания. На ваш запрос сообщаем, что 5 января 2022 года
В результате захвата неизвестными лицами международного аэропорта Алматы акционерному обществу «Эйр-Астана» нанесен ущерб в размере 5 617 251 тенге. Также сообщаем, что полученный доход АО «Эйр-Астана» по отмененным рейсам за период действия режима ЧП составил 6 173 609 628 тенге. Уважаемые судьи, здесь также прошу обратить внимание, вот расшифровка ущерба. Украдено с двух сейфов 2 миллиона 395 тысяч тенге. Украдено имущество на 203 тысячи. Разбитое имущество, помещение кассы. Ну, к нашим подсудимым какое отношение имеет? Я вот просто хочу обратить также внимание на это. 188 им никто не инкриминирует. Ну да. Скорее всего, вот эти заявления, они, наверное, в каждом деле, которые уже рассмотрены, да, которые будут рассматривать. Но это подлинник здесь, а в других делах получается копия. Уважаемый суд, позвольте. Может, они на всякий случай везде забросили? Уважаемый, позвольте. Пожалуйста. Я хочу суду напомнить, по-моему, Джазапаев, когда допрашивали, допрашивал я его, я задаю вопрос, скажите, свидетель, то есть потерпевшего, а конкретно кому вы исковые требования? Он говорил, что является зам директора юридического департамента, кажется. Обвиняете, вы же требования нормы ГПК знаете, в каких случаях и какие требования соблюдать, предъявлять иск требования. Но он посмотрел, посмотрел и говорит, мы говорит, предъявляем на события, а когда установит конкретный виновный лист, мы предъявляем это уже на конкретный лист. Уважаемый суд, вот пожалуйста вам, здесь предъявляет на события. Вот уже не знаю, как объяснять мне. Мне как юристу затруднительно что-то сказать. Не знаю, может быть, после объединения что-то объяснить вам. Вот в чем дело. Я просто обращаю ваше внимание. Это было на аудио видео зафиксировано. Джазак Паев. Принято решение признать АО «Эйр Астана». ПО «Астана» не является юридическим лицом, а структурным подразделением АО «Эйр Астана», потерпевшим по настоящему уголовному делу. Далее, листела 139 имеется доверенность акционерного общества «Эйр Астана» на имя Сугибаева и Булата Канатовича. На следующем странице 142 имеется постановление о признании представителя потерпевшего от 17 ноября. Где принято решение. Знать и допустить по настоящему делу Сугибаева и Булата Канатовича в качестве представителя потерпевшего АО «Эйр Астана», скажем, ФАЭ «Астан» не является юридическим лицом, а структурным подразделением АО «Эйр Астана». Қоғамынан яғни Сүйбаев партиз яғни сенім бар және де іс 542-де 17-ші қарашадан Сүйбаевты яғни Эйр Астана акционерлік қоғамының өкілі ретінде тану туралы қаулы және де Флайер Арстан яғни жеке дербес компания болып табылмайды ол Эйр Астананың яғни қосалқы компаниясы болып табылады. Далее 6-й том 189-160-да. Шестой том. Листела номер 16. Имеется постановление о признании гражданским лицом от 17 ноября. Вынесено следователем МСОК Карапетюковым, где принято решение признать по настоящему делу гражданским лицом АО «Эйр Астана». Августа
кого у вас далее, 10 дело номер 25, имеется постановление о признании представителя гражданского лица от 17 ноября. Внесено следователем Вячеславу Карапучукову, было принято решение признать и допустить по настоящему делу Судебаева Егора Канатовича в качестве представителя гражданского лица АО и Астана. Здесь тело номер 41, имеется ответ от авиакомпании Fly Astan следующего содержания. В ответ на ваше письмо авиакомпания Fly Astan АО Air Astana высылает вам список отмененных авиарейсов, запланированных как билеты с 5 января по 12 января 2022 года из международного аэропорта города Алматы. Список пассажиров и экипажа авиабилетов, находившихся на взлетно-посадочной полосе в период захвата международного аэропорта Алматы с 5 на 6 января 2022 года авиакомпания готова предоставить по уточненным требованиям. Список рейсов авиакомпании за период с 5 по 6 января текущего года по направлению из аэропорта города Алматы, которые были отменены в связи с закрытием аэропорта города Алматы. Также список рейсов авиакомпании за период с 5 по 12 января текущего года по направлению из в аэропорт города Алматы, которые были отменены в связи с закрытием аэропорта города Алматы. Также имеется сумма недополученного дохода из-за отмененных рейсов по вышеуказанным спискам, а также копия бухгалтерской справки и справка по подтверждению по причиненному авиакомпании ущерба. Можно, уважаемый прокурор, а вы можете озвучить этот список, да, вот, отменен регулярных рейсов, да, период ЧП, за какой период? Вот, общая сумма недополученного дохода, а за какой период она образовалась? Там в шапке написано. Сперва отмененные рейсы за период чрезвычайного положения. Количество рейсов 83, недополученный доход 370 миллионов 713 тысяч 206 тенге. Вы можете шапку прочитать, где 83 написано? Как это, господи, столбец как называется? Отмена регулярных авиапроблемов за период ЧП города Алматы. Это название таблицы. Можно уважаемый суд озвучить, чтобы не возвращаться к этому? Там даты, уточните. Нет, конкретно рейсы вас интересуют, что интересует? Там в шапке написано. Уважаемый суд, вот таблица представлена, да, страница 73, лист дела 73, том номер 6. Первый столбец таблицы, номер по порядку, второй столбец таблицы, маршрут, третий столбец таблицы называется количество отмененных рейсов, период с 5, ну, точнее, период стоит 5-12.01.2022. То есть вот эти недополученный доход не за 5 января, а в период с 5 по 12 января. Там же расшифровка есть. 6, 7, какие рейсы должны быть, да? Сейчас у вас в чем вопрос или как уточнение? Что вот этот недополученный доход в общей сумме 270 миллионов 713 тысяч 206 тенге, недополученный доход от отмененных 83 рейсов, эти 83 рейса были отменены не 5-го, а в период с 5 по 12 января. Да, еще, уважаемый суд, обращаю ваше внимание, здесь же Рузиев, руководитель полетов, тот самый курьеров, дали показания, что на период нахождения посудимых на территории авиации был отменен только один рейс, это Астана-Алмата, которого было развернуто в обратном направлении. Только один рейс, уважаемый суд, это и Рузиев повторил. Наоборот, со Астаны в Алмату. Я говорю, со Астаны в Алмату. Он не был принят, а отправлен назад. А мы здесь видим, не знаю, уже целый отряд отмененных рейсов. Кстати, и представители потерпевших вот этих авиакомпаний, когда они были на суде, они сказали, что эти рейсы были отменены потому, что 5 января туда пришли люди,
А по указу президента с 5 по 12 января, было как бы запрет на въезд и вылет, да? И плюс еще интернет был отключен, соответственно, они не могли продавать билеты, связаться. Поэтому, то есть отношения к 5. Поэтому, поэтому, уважаемый суд, на один единичный случай, просто прошу понимания, чтобы всю кучу не звали на наших подсудимых. Дело 91 имеется постановление о признании потерпевшего 11 ноября 2022 года, где принято решение признать акционерное общество авиакомпания «СКАТ» в лице Юсупова и Кахмина Кахилина потерпевшего по уголовному делу. Если это Турсамбарь, а не «СКАТ», а авиакомпания «СКАТ» далее, лист тела 101 имеется доверенность на имя Юсупова Тахмина Тахировна в качестве представителя потерпевшего авиакомпании «СКАТ». Лист тела 134 имеется ответ от акционерного общества авиакомпании «Казак РФ» следующего содержания. В результате имевших событий в аэропорту города Алматы авиакомпании с 4 по 11 января 2022 года ввиду отмены 48 рейсов и отключения интернета, что повлекло невозможность продажи авиабилетов, причинен материальный ущерб в виде недополученных доходов на общую сумму 260 миллионов тенге. Только если в аэропорт Алматы были отменены 35 рейсов, это какой рейс сделал, сказали? 34. Также 5 января 2022 года был отменен один рейс IQ-360 по направлению Алматы-Нур-Султан с запланированной время открытия из Алматы в 22:00. Также лист тела 148 имеется постановление о признании потерпевшим от 16 августа, где принято решение акционерного общества «Казак РФ» признать потерпевшим по настоящему делу. Также лист тела 134 имеется доверенность на имя Нурбанова Бахчана Большуриновича от авиакомпании «Казак РФ» и последующее вынесено постановление о признании представителем потерпевшего лица от 16 августа 2022 года. Далее имеется том 179 весов составляет. Какая страница? 173 листа составляет. Лист тела номер 14 имеется постановление о производстве Боинги от 16 мая 2022 года, вынесено следователем МСОК Карапучукову. Постановлено, что произвести выемку у представителя АО «Эйр Астана» Сулибекова иллюминатор, принадлежащий воздушному судну «Эйрбас 320» с стартовым номером P4 KBC. Уважаемый суд, простите, а какое это имеет иллюминатор, он какое отношение? Я хотел узнать. Я не слышал. А кому меняется иллюминатор? Ну, разбили, украли, что ли? Попытка была у кражу иллюминатора. И что было? Ребята, его указывают только события, что якобы там находился Кармен, и больше ничего. А кто конкретно разбивал? Квалификации нету в этом. Далее в допросе скажем. Допрос указывает, что Кармен. Допрос он указывает, имея... Видеозапись. Укажет. Но вы сейчас не вводите заблуждение. Допрос
Что он указывает? Прошу Дашу, есть номер 16, имеется протокол выемки от 16 мая 2022 года. Время значит в 16:30 минут, окончено 16:45. Следователь Мисал Карапучуков перед началом выемки так. Судебеков был уведомлен о том, что в производстве выемки будут применяться технические средства и все входа результата. Далее, перед началом выемки Судебеков было предъявлено постановление о производстве выемки, после чего Судебеков было предложено добровольно выдать прежнюю куртку с капюшоном написано. После чего добровольную форму выдал иллюминатор, принадлежащий к различным судам Ерабас 320 с протоколом номером 54 КВСУ. Протокол имеется в фотоколице. Объектом осмотра является окна иллюминатора, вооруженные установкой РБАС 320, торговый номер 54 КБСИ. Окна иллюминатора имеют аварийную форму. В ходе осмотра обнаружено, что на окне иллюминатора имеется повреждение в виде скорости. Приложено к этой таблице. Далее, лист номер 24, данный иллюминатор постановлением 16 мая был признан вещественным доказательством. Вот будем исследовать вещественные доказательства, принесите его сюда. Мы вас не разрешаем. Не знаю? Вот нам еще дадут. Признавать недопустимым постановление признания. Далее имеется лист номер 112 протокола осмотра месяца происшествия от 9 января 2021 года. Осмотр начал 15 часов 58 минут, закончен 14 часов 58 минут. Уважаемый прокурор, рассылки. Какая страница еще раз? 112. 112? 100, 100. 112. Осмотр проведен специальным прокурором Кибековым по настоящему делу. В ходе осмотра участвовали. Осмотр высокорочился производился при помощи специального технического средства видеокамеры марки Sony и цифрового фотоаппарата Sony с участием старшего оперуполномоченного в аэропорту города Алматы Гусейнова, старшего следователя Верховного Нусултана Байжанова и оперуполномоченного Верховного Нусултана Абакирова. Осмотром установлено, объектом осмотра является въезд на территорию международного аэропорта Алматы, который представляет собой 10 шлагбаумов, расположенных в ряд. На момент осмотра шлагбаума определены верхние крайние положения. Над шлагбаумом расположены рекламные щиты и один большой рекламный экран, который отключен. В ходе осмотра места происшествия участвующих в следственных действиях Весенов сделал замечание. Первоначально около 20:00 часов 5 января 2020 года 22 года. Группа агрессивно настроенных граждан в количестве более 400 человек, имеющие при себе твердые тупые предметы в виде палок, прошли именно через указанные шлагбаумы, которые на момент проникновения открыты. Далее участники следственных действий прошли через шлагбаум на территорию парковки, за которым имеется двухэтажное здание международного аэропорта Алматы, на которой расположен ряд автомобилей с различными механическими повреждениями. В ходе осмотра местопроисшествия участвующие в следственном действии сделали замечание. После прохода на территорию аэропорта группа агрессивно настроенных граждан продолжила движение в здании аэропорта, при этом попутно уничтожая автотранспортные средства, которые были расположены на основной парковке, а также часть граждан направилась на парковку около VIP-терминала. Далее участники следственных действий проследовали на парковку VIP-терминала, где обнаружены 10 полностью сожженных автомобилей элитных марок. Кроме того, на парковке расположены автомобили марки Lexus, Range Rover, Mercedes, внедорожные, которые имели на момент осмотра ряд механических повреждений. В ходе осмотра местопроисшествия участвующие в следственном действии Бесенов сделал замечание. В
После прохода на территорию аэропорта толпа разделилась на две группы, часть которых направилась в данный аэропорт через главный вход первого этажа, а вторая группа двинулась по асфальтированному трапу к главному входу второго этажа. Относительно сожженных автомобилей Бесенов пояснил, что первоначально была подожжена одна машина, огонь от которой начал переходить на рядом стоящие машины. После чего видеозапись приостановлена для дальнейшего прохождения в 14.07 часов. Также видеозапись возобновлена в 14.13 минут. Осмотром первого этажа здания аэропорта установлено, что входная группа представляет собой двери из пластика синего цвета. На момент осмотра двери за барахин. Двери были сломаны стульями и различными мебелью. Далее слева от входной группы расположена стойка с рекламой автомобиля марки Toyota. На указанной стойке имеются некоторые механические повреждения и осколки стекла. Далее расположен эскалатор, после которого пункт проверки багажа со сканирующим устройствами каких-либо видимых повреждений не обнаружено. Можно, уважаемый суд? Слушайте, вот данный протокол – это протокол осмотра места происшествия. Это не показ уточнений на месте происшествия. Бесенов является… О, где он, господи, Бесенов? Одну секунду. Бесенов является старшим оперуполномоченный ЛОП. При этом в протоколе он говорит, вот толпа двинулась туда, толпа двинулась туда. Откуда у него эта информация? И, во-первых, это он, если он в качестве свидетеля участвует, то должен быть статус отдельный в качестве свидетеля. И это должно быть не осмотр места, а должен быть показ уточнения. О чем речь в протокол? Уважаемый суд, здесь самым грубейшим образом нарушается 3 ПК. Я вначале не обратил внимания, хорошо, что вот коллега обратил внимание. Как это так? Сотрудник полиции здесь, в каком статусе вступает он? Это все равно, чтобы его пригласили в частность качества понятого, уважаемый суд. Он как экскурсовод говорит. Ну, я вот смотрю, думаю, давайте дослушаем, как раз. О чем говорят-то вообще? Я понять не могу. Слева направо, то есть стену напротив входной группы расположены торговые площади, отделение банка, пункты обмена валюты. Все указанные объекты имеют повреждения в виде разбитых стекол или разбитых стеклянных дверей. На момент осмотра указанные объекты, опечатанные и закрытые, а также на стеклянных элементах имеются следы магнитного порошка для получения отпечатков пальцев. Далее на первом этаже имеются два банкомата банка «Народный банк», которые расположены на первом этаже. Указанные банкоматы также вскрыты и видны механические повреждения. С расположенными банкоматами отпечатаны, а также имеются следы магнитного порошка. После чего имеются сувенирные магазины и вход в зал внутренних авиарейсов. Далее расположено помещение столовой, которое на момент осмотра опечатано. При визуальном осмотре имеются различные повреждения входной группы. Далее в углу справа от входной группы расположены банкоматы банка второго уровня. Это в количестве 7 штук, которые на момент осмотра вскрыты. Над корпусом банкоматов имеются следы магнитного порошка. В ходе осмотра места происшествия участвующие в следственном действии Бесенов сделал замечание. После проникновения в здание аэропорта основная масса агрессивно настроенных граждан находилась на первом этаже и осуществляла мародерские действия, а именно осуществляла хищение материальных ценностей из магазинов, расположенных на первом этаже. В это время Бесенов смещался с толпой, будучи одет в гражданскую одежду, и наблюдал за происходящим. Люди были подготовлены для вскрытия замков, имели при себе металлические предметы в виде арматур. Отдельные граждане, имеющие данные металлические предметы, вскрывали банкоматы на первом этаже и похищали наличные денежные средства. На вопрос лица, осуществляющего особенное расследование, имели ли координаты деятельности указанной толпой агрессивных граждан, Бесенов пояснил, что на парковке находился автомобиль внедорожной марки Lexus или Toyota черного цвета без государственного регистрационного номерных знаков, где находились лица азиатской национальности, которые, возможно, по его предположению, осуществляли координацию. Далее участники следственных действий проследовали на второй этаж через эскалатор, расположенный справа от входной группы второго этажа здания аэропорта. В ходе осмотра второго этажа здания осмотр проводится против часовой стрелки. Слева от входной группы второго этажа расположены кафетерии и имеется проход
за вылет от местных авиалиний. Визуальным осмотром установлены ряд повреждений стоек регистрации. Справа разбитые витринные стекла кассы авиакомпании «СКАП» и авиакомпании «Эйр Астана». Далее объектом осмотра слева направо установлены повреждения в виде разбитых витринных стекла торговых магазинов, сувениров «Эмпайр», пунктов обмена валют. Все указанные объекты опечатаны по результатам осмотра, проведенных другими правоохранительными органами. После чего участники следственной комиссии последовали в кафетерию «Глория Джинс Кофе», витрина которого опечатана, имеются механические повреждения стойки приема заказа. Далее в углу здания расположена аптековая витрина аптеки «Еврофарм». При визуальном осмотре обнаружено нарушение целостности витринной мебели, а также при входе имеется вскрытый банкомат банка второго уровня «Дюсонбанк». В ходе осмотра места происшествия участвующие в беседах сделали замечание. На втором этаже группа агрессивно настроенных граждан продолжала поэтапно разграблять имущество всех утиков. Люди приходили с 20:00 часов вечера 5 января 2022 года до самого утра 6 января, где забирали все, что находилось на витринах, вплоть до продуктов питания. По его мнению, люди стягивались в аэропорт по причине наличия информации о том, что в аэропорт под контролем митингующих. После проникновения в здание аэропорта основная масса агрессивно настроенных граждан находилась на первом этаже и осуществляла мародерские действия, а именно осуществляла очищение материальных ценностей из магазинов, расположенных на первом этаже. В это время Бесенов смещался с толпой, будучи одет в гражданскую одежду, и наблюдал за происходящим. Люди были подготовлены для вскрытия замков и имели при себе металлические предметы в виде арматур. Отдельные граждане, имеющие данные металлические предметы, вскрывали банкоматы на первом этаже и похищали наличные денежные средства. После чего видеозапись приостановлена в 14:30 часов и возобновлена в 14:42 минуты. Далее все участники следственных действий прибыли на южные ворота около ВИП-терминала. Проезд на взлетную полосу представляет собой первый блокпост с металлическими выдвижными воротами черного цвета. За указанными воротами сразу имеется шалбан, а также контроль пропускного режима осуществляет издание КПП желтого цвета на момент осмотра ворота открытой. После заезда имеется прямая асфальтированная дорога, в конце которой имеется второй пропускной пункт с двумя шалбанами и зданием КПП желтого цвета, после которого уже расположена взлетная полоса города Алматы. Справа от ворот расположено здание ВИП-терминала желтого цвета. В ходе осмотра места происшествия участвующий в следственном действии Бесенов сделал замечание. По указанному выезду на взлетную полосу он наблюдал агрессивно настроенных граждан более 10 человек, которые шли пешком на взлетную полосу, а также на автомашинах марки Toyota, точное количество которых не помнит. По его предположению, из указанных граждан была отмена вылета самолета Air Force. При этом Бесенов дополнил, что координация деятельности агрессивной толпы была осуществлена некими гражданами, которые до нападения в 19:40 часов приезжали в здание аэропорта, пили чай в кафе, один из которых был в оранжевой кепке и привлекал тем самым внимание. Вместо указанных лиц зафиксировано на одной из камер внутреннего наблюдения здания аэропорта. При этом он от своих коллег слышал, что во внедорожнике марки Lexus и Toyota черного цвета из государственного регистрационного номерных знаков имелось огнестрельное оружие, предположительно автомат Калашникова. После чего видеозапись приостановлена в 14:46 часов и возобновлена в 14:58 минут. После чего лицом осуществляющим судебное расследование объявлено об окончании следственных действий ввиду невозможности составления протокола следственных действий в условиях аэропорта. Протокол составлен позже в здании прокуратуры города Алматы. Видеосъемка прекращена в 14:58 минут. Протокол осмотра прилагается фотографии на 22 листах и диск формата CDR с электронным вариантом фотографии. Уважаемый прокурор, вы вернитесь на первый лист протокола. Статус этого DCMA начните для суда, пожалуйста. Уважаемый, я прошу еще одно. А есть ли протокол допроса свидетеля Бесимбаева? Кто он такой? Как он указан? С участием старшего оперуполномоченного ВОП аэропорта города Алматы Бесенова СК. Процессуальный статус там указан? Вот на это обращаем внимание мы.
и протокол, он говорит, что там что-то было. Но, уважаемый, прежде чем вести человека на показ, он должен быть допрошен в том или ином статусе, уважаемый суд. Должны провести необходимые действия. Это 7-й том, да? Уважаемый суд, можно, да, вот обращение? Да, давайте. Можно не вставать, да, чтобы это рабочее? Да. Уважаемый суд, там просто перед тем, как этот, можно пояснение, какое имеет отношение к данному делу в этот протокол следственного действия? Никто из них, вот он, прокурор тут зачитывает то, что Бесенов поясняет, его пояснения некие. При этом он пишет, что, при этом Бесенов дополнил, что координация деятельности агрессивной толпы была осуществлена неким гражданином, который до нападения в 19:40 часов приезжал в здание аэропорта, пил чай и кофе в кафе, один из которых был в оранжевой кепке и привлекал тем самым внимание. То есть, как бы, это что, описывает кого-то из подсудимых? Какое для него отношение? Либо кто-то из подсудимых вступал в контакт с ним, получал указания какие-то. Ну, какое имеет отношение к делу? Это как раз и затронули тему признак относимости. Относимости доказательств. Поэтому вот зафиксируйте, если зафиксируйте. В данном случае она вообще допустимая должна быть. Так, все основания для этого имеются. Так, дальше. Насколько я понял, прокурор не готов сейчас с нами дискуссию, он просто что ему вот, читает, а поэтому он не смог объяснить его, только объяснить статус. Дальше работаем. Еще какие-то. 146, видите, протокол осмотра предмета в виде компакт-диска, содержащие виды записи. Согласно осмотра компакт-диск, количество 4 штук, первый компакт-диск указано записанное осмотром запрещился на территории Минфинского аэропорта, который лица также осмотр высокочастотной территории Минфинского аэропорта описан. Третий компакт-диск изображен осмотром запрещился на территории Минфинского аэропорта Алматы. И компакт-диск номер 4 также фактически были опечатаны и это те диски, которые вы нам на прошлом заседании показывали, да? Нет, на прошлом заседании уже мы показывали движение только в судимых, как они зашли, как проходили. То есть на шутку показывали. А эти диски, они о чем? Вы сейчас зачитываете нам протокол осмотра. Это в коре принято, скажите, мы. Нет, ну мы сейчас же, а вы оглашаете, да, как бы, если вы вот оглашаете, то должны мы исследовать их должны. Диски, о чем они, содержимое, что на них изображено, вы? Я же зачитал же протокол. Мне, уважаемый прокурор, уважаемый суд, разрешите обратиться, да, вот, в ходе, по окончанию досудебного расследования, мною было заявлено о целях, как его, господи, осуществления защиты Нурпеисова предоставить весь видеоматериал. Мне сказали, пусть суд предоставляет, мы орган обвинения, мы тебе ничего не обязаны. Я это вот в ходе предварительного слушания озвучивал. Суд сказал, вы можете ознакомиться здесь. Диски вот эти вот, они упакованы, не вскрыты. Содержимое их мне доподлинно неизвестно. О чем эти диски? Теперь прокурор говорит, я не буду озвучивать. Ну, на то пошло, если вы оглашаете это процессуальное, следственное действие, мы должны исследовать. Это же доказательство, вещественное доказательство. В самом протоколе есть краткое содержание этих дисков? Нет. Нету в том-то все и дело. И более того, свидетелям было заявлено о том, что была какая-то некая передача диска. И непонятно, вот, да, каким образом. Вот это и есть, это вот этот диск, который незаконно передан, который не может считаться показателем. Вы вообще должны его включить на обозрение, представить суду на то пошло. Вот протокол осмотра, диска 10 января. Я зачитал каждый диск. Осмотром объекта является пять компакт-диск оранжевого цвета. Я не все же... Так разговор идет же о содержании, а я... Далее, вот читаю, доказывай, послушайте. Далее, в первом диске в ходе осмотра видеозаписи было установлено, что на указанных видеозаписях изображен осмотр места происшествия территории и внутри здания Международного аэропорта города Алматы. Далее, номер два, второй диск, компакт-диск оранжевого цвета. Далее также указывается, далее в ходе осмотра видеозаписи было установлено, что на указанных видеозаписях имеется осмотр места происшествия территории и внутри здания Международного аэропорта Алматы. Далее номер три, компакт-диск белого цвета.
Также в ходе осмотра видеозаписи было установлено, что на указанном видеозаписи изображен осмотр месторасчистки территории и внутри здания международного аэропорта города Алматы. Номер 4 компакт-диск синего цвета. Там указывается, в ходе просмотра данного компакт-диска вышла папка под названием 0901. Далее при открытии данной папки установлено, что 11 элементов фотографий осмотра места происшествия территории и внутри здания международного аэропорта Алматы. То есть это, уважаемые части процесса, это постфакт, что они увидели. Я-то думал, что там участник каких-то событий зачислен, а там просто ходил вот так и снимал. Уважаемый суд, почему на этом защита акцентирует внимание? Здесь три основания. Сама сторона гособвинения нам показала, по их версии, предполагаемый маршрут движения наших подзащитных. А тут вопрос стоит, где, в каких местах, в каких участках зафиксировано то, что зафиксировано у них. То есть, это нам надо видеть, а не слушать излагание. И отсюда вопрос возникает, если там их не находилось, то какое отношение к тем событиям, скажем, на том участке аэропорта или, скажем, при вокзальной площади, имеет отношение наши подсудимые, уважаемый суд. Исходя из версии гособвинения, что наши две подсудимые двигаются вот по такому маршруту, уважаемый суд. Вот о чем разговор идет. Смотрите, если на этих дисках не зафиксированы подсудимые, то нам смысла какой нету смотреть, потому вот, что мы не можем проверить. Уважаемый суд, вот для этого и просим не просто издать, что на этом зафиксировано то-то, то-то, то-то. Нет, нам нужно посмотреть, исследовать. Действительно, достоверно то, что написано, может быть, что-то скрыто, уважаемый суд. Можно, уважаемый суд? Я вот так понял, это протокол осмотра компакт-диска, который был при протоколе вот этого следственного действия подложенного. Бесимбаев, да. Я так полагаю, вот исходя из фото, здесь есть фототаблица, неизвестно там, не отвечает требованиям УПК, давайте так скажем. Тем не менее, здесь последствия. Последствия, то есть погромов вот этих вот. И опять же, прокурор вот на него ссылается. Вот. Это он считает, что одно из доказательств вины подсудимых. Ну, какое это имеет отношение к ним? Им никто не инкриминирует грабежи, разбои. Или это все, по вашему мнению, охватывается 272-й, то есть участие массового исправления? Вы дайте пояснить, почему мы анализируем документы, смотрим, исследуем. Уважаемый. И раз мы касаемся этого документа, то действительно пусть покажет нам этот диск. О, никто из стороны защиты, из подсудимые адвокаты, они не видели, он упакован, напечатан. Хорошо, ничего страшного. Давайте так сделаем. Сейчас прервемся на обед, а после обеда откроем, если запечатаем. Для нас секретов нет. Посмотрим. Давайте, без проблем. Давайте отдыхайте до 3 часов. Перерыв объявляется. Так, у нас решетки есть, да, на окна? Если не для вас, нет, от нас. Хорошо, все встать. Пожалуйста. В общей куче показать события, ухудшающие положение наших последних, понятно? Якобы они один из тех, кто ожидает в наших вузах, их так. Құрметті көрермен, каналға жазылып, бейнені бөлісіп отырыңыздар. Сонымен бірге тәуелсіз журналистиканың дамуы үшін көмек көрсетіп, донат жіберіңіздер. Банк шоттарымызды бейне материалдың соңына және комментке қалдырдық.